innocence is gone. Won't you come along into the great unknown? Won't you come along into the great unknown? Здорово, бать! И это у вас называется приехать пораньше, да? Да не серчай, бать, там на выезде такие пробки. Правильно, Михаил Иванович, ругайте его, ругайте. В следующий раз будет меня слушаться. Я ему говорила выехать пораньше, сегодня же такой праздник. Народ вывалил на природу отдыхать. Какой такой праздник? Ну какой? День рождения Михаила Ивановича Воропаева. Ну, Катерина, ты решила мне бюст из золота отлить, а вот. Ну что, я от чистого сердца. С днем рождения, батя. Спасибо, дети. Ну как доехали-то? Я ж волноваться начал. Вы нормально доехали? Тут какая-то овца на джипе так подрезала, еле успела затормозить. А ты что? Представляете? Класс! Хорошая песня. Сделай погромче. Что ой? Засоряем окружающую среду? Ой, не засоряй мне мозги. А ну, собой. Здрасте! А это мы на вас, да? На нас, да. Что, так приспичило нагадить, что даже до мусорки не дотянули? Ой, простите, пожалуйста, я не знаю, как это получилось. Это случайно. Да, конечно, случайно. Привыкли везде свинарник разводить. А вы не расслышали? Я только что извинилась. Угу. Извинились они. Вы свои отходы дома тоже в окно выбрасываете, да? А вы за своими отходами следите, да? А то так орёте, что уже полкабины нам заляпали. Счастливого пути! Ириш, как ты думаешь, может, дворники выпьют? Да что ж ты творишь, а? Вот зараза, ты представляешь? А я вам о чем? Понакупают прав, думают, что им все можно. Да не говорите, Михаил Иванович, наглости просто нет предела. Ну, бог с ними. Слышь, Серег? Оу. А брат твой где? Вы вообще созванивались? Когда они будут-то? Да созванивались прямо перед выездом. Сказал, что сюда собирается, только на мойку заедет. О, а вот и они. Легки на помине. Физкульт, привет! Здорово! Привет. Ну что, заждались нас? Есть немного. Привет. С днем рождения! Михаил Иванович, здравствуйте. Иришка. Поздравляем. Внучка, к сожалению, приехать не смогла. Ну, сами понимаете, подготовка к выпускному. Ну, экзамены. Похоже. Но она обещала позвонить, поздравить. Ну, экзамены да. Дело святое. Иди сюда, брат. я не видел. Слушай, ну ты потрясающе выглядишь. Иришка, здорово. Привет. Что скажешь тоже? Ну говори, что есть. Давай, рассказывай, что это твоя чудодейственная банановая диета? Она. Слушай, сбрось мне ее, пожалуйста. А? Так я же себя вроде совсем недавно сбрасывала. Ты представляешь, не заметила. Бывает. Игорек, а что у тебя такая машина грязная? Вы же вроде на мойку должны были заехать. Бась, так он решил на мойке сэкономить. Кризис, чиновникам зарплату урезали, да, Игорек? Да, брось, не до такой степени. Пап, там после мойки ситуация выскочила. Какая ситуация? Какая ситуация? Ага. Да, мы сегодня идем на рекорд. Еще не доехали, а уже сцепились. Здорово, брательник! И тебе не хворать. Слышь, ты псевдободилю передал. Еще раз такой маневр, и задний бампер будет бедный. Серьезно? Да вот так вот, да. Окей, хорошо. Но тогда и ты своему пассажиру передай. Чё? Поаккуратней с бананами. А то полное ощущение, что обезьяна за рулем. Чё ты сейчас сказал? Повтори. Будь здоров! Слышь ты, плафон! Ага. Ну хорошо. Всё, стоп, тормози, всё. Ирунь, может, дворники все-таки включить? И самое обидное, пап, мы же почти доехали. Уже на грунтовку свернули, и перед нами фура выскорчила. Да ты что? Представляешь, что ли? Я вначале подумал, что это ты. Я сигналить, обгонять, не алло. Ну, там какой-то больной за рулем. Виляет, музыка орет. Пьяный, наверное. Ужас какой. Да, у нас тут таких дебилов хватает. О, пап, точнее не скажешь. Михаил Иванович, можно вас на минуточку? Ну? Здрасте, соседи. Здрасте. 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 Хочу вас совета спросить, что вам подарить на день рождения? Боюсь, такого подарка ты мне не сделаешь. Ну почему? Мне для любимого соседа ничего не жалко. Ну тогда сделай так, чтобы я тебя здесь больше не видел. Да без проблем. Я же вам сколько раз говорил, продайте мне свой дом с участком, и больше меня не увидите. А вот это не хочешь? Ой. Размечтался. Бать. До свидания. Завелась, зараза, и не выведешь. Да ладно, бать, перестань. Да, пап, чё ты? Зла не хватает. Ой, так, ну не расстраивайтесь, Михаил Иванович. Ну, у вас же праздник. Праздник. Испортит настроение. Вот. О, мы сейчас вам его подымем. А ну-ка, подержи. Погодите. Что? Дорогой вы наш. Все мы знаем, какой у нас большой труженик, да? А человеку же нужно не только трудиться, а и отдыхать. Поэтому это вам. Для приятного отдыха и полезного сна. Так что спите спокойно, дорогой, в смысле, в хорошем смысле этого слова. Спасибо, Катюш. Спасибо. Поздравляю, мать. Спасибо. Катюш, а это такая же, как в прошлом году, или я что-то путаю? Ириша, ты путаешь. Это эксклюзивная модель. Это с пухом тибетских гусей. Ну надо же, с пухом тибетских гусей. Да. Я даже представить себе не могу, что это за прелесть. Ну, Михаил Иванович, теперь будете спать, как олигарх. Да перестань. Ну что, Игорюша, давай теперь вручай наш подарок. Да. Да что же вы на пороге-то все? Пап, ну, прости, что без упаковки. Мы долго думали, что тебе подарить, и решили, что в такую жару лучший подарок – кондиционер. Кондиционер? Ну, конечно, не сам кондиционер, а сертификат на его установку. С днем рождения. Спасибо. Поздравляем. С ума сошли. Он же кучу денег стоит. Вы что? Ну, Михаил Иванович, при чем тут деньги? Нам же для вас ничего не жалко. Поздравляем. Да. Спасибо. Ну что же мы стоим-то? Давайте, да, проходите. Да, давайте, заходим. Давайте, дом. Вот надарили, а? Ой, ну, Николай Иванович, все-таки праздник, все-таки день рождения. Да. Поэтому... Надо в холодильник сразу. Сереня, куда ты пошел? А наш подарок подари. Подожди, Катюша, а разве вот это чудо из тибетских гусей не ваш подарок? Да что, Михаил Иванович, это так, для здоровья. А подарок у нас совсем другой, да, Сереня? Ага. Ну так чё, кто скажет, ты, я? Давай ты. Ага. Ничего, что у твоего папы день рождения. Катюнь, это же была твоя идея, не хочу у тебя лавры забирать. Уверен, да? Угу. Ну, смотри. Дорогой Михаил Иванович, вот что для человека самое главное в жизни? Сереня, что? Здоровье? Здоровье? Ну, конечно, здоровье. Что ты спрашиваешь? Поэтому мы решили подарить вам медицинскую страховку в лучшей клинике нашего города. Ребята... Вы серьезно? Да, бать, на год. Или на полгода. А ты какую купила? На год, Сереня, на год. А? Ну вы даете. Михаил Иванович, мы так за вас рады. А что стоим? Вручай. Так я же ты. Что такое? Забыл? Да. В машине? Дома. Супер. Воропаев. Ничего ему нельзя доверить. Простите. Он завтра приедет, привезет. А возьмите пока тортик. Спасибо. Поздравляю. Ребят, я извиняюсь. А у вас с подарками все? У нас да, а у вас? У нас все. Так что, может, все-таки переодеваться? Вы меня прям в краску вогнали. Да ладно. А потом у меня же не круглая дата. Ой, Михаил Иванович, о здоровье надо заботиться не только по круглым датам. А потом у вас же теперь кондиционер, это что, сквозняки, да, Ириш? Да, Кать, да, молодец. Я понял. Вы меня завалили дорогущими подарками, чтобы я не ворчал, что вы редко приезжаете, да? Пап, ну чё ты? Да перестань, бать, мы же от чистого сердца. Ну, конечно, Михаил Иванович, мы же вас любим и бережем. Переодеваться. Ага. Что? Катя, ну какая страховка? Медицинская. Ты плохо расслышал? А ты в курсе, сколько она стоит? Воропаев, тебе слово давали? Чего ты там проблеял? Не хочу отнимать у тебя лавры. Вот и не надо меня теперь виноватой делать. Катюнь, ну я нет хотел сказать, ну. Ты же вообще ни черта не хотел сказать. Стоял там глазами своими, хлопал и смотрел, как они нас жмотами выставляют. Дорогой Михаил Иванович, нам для вас ничего не жалко. Берите. Богема, блин. Еще надо посмотреть, что там за кондиционер. Купили, наверное, самый дешевый. Это еще хорошо, если купили. Это сперли с какой-нибудь госзакупки для детского лагеря. Ничего не меняется. Да что ж зависть людьми делает? Да, это смешно. Тебе смешно, Игорь? А мне нет. Мне страшно. Я не удивлюсь, если они за нами следят, по магазинам за нами ходят, а потом подсчитывают, сколько же мы потратим. Игорюша, разо мне ноги так затекли. Ой, Ирунечка, что сделаешь? Вот такие родственнички. Их обратно в магазин не сдашь. Ну ладно бы, если бы мы их провоцировали, Игорь. А то ведь так на ровном месте сами себе вырыли яму. Ой, вот так хорошо. Ну, конечно. Мне кажется, у меня нехватка кальция. Железо, Ирунечка, железо. Как раз. Да не, Кать, наверное, все-таки ты права. Это я как-то сразу не сообразил. Ну, не сообразила. А что, правда, ничего не мог придумать? Сказал бы, дорогой папа, дарим мы тебе музыкальный центр какой-нибудь. Или там хлеборезку. О, у тебя же стоит нераспечатанная. Семенчуки на день рождения подарили. А чё ты сама про хлеборезку не сказала? Барбаев, знаешь что? Что? А действительно, чё я про хлеборезку не сказала? Вот я у тебя клуша, да? Ну, зато Михаил Иванович рад был. А это самое главное. И потом, ой, что мы обеднеем от этой медицинской страховки? Да не, Катюнь, ты у меня молодец. Что я без тебя делал? Я даже не знаю. Девушки, а вы на стол накрывать думаете? Иду, Михаил Иванович. 3:30 уже. Так, я пошла. О. Переодевайся, давай. Представление продолжается. Ну, Ира, ну. Давай, разбирай вещи. К сожалению, на данный момент все операторы заняты. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Значит так, теперь слушай сюда. Ты либо оплачиваешь мне мойку, либо берешь начало ведерко и моешь мне машину сам. Понял? Ой-ой-ой, старичок, да у тебя денег не хватит мне заплатить. Ну, как-нибудь на связку бананов мы нашгребем. Не переживай. Чё ты сказал? А у нас плохо со слухом? Прости, я не знал. Так. А тебе что-то не нравится? Да, представь себе, мне не нравится. Интересный ты человек, братишка. Так я же могу с тобой по-другому поговорить. Ох ты, да? О, как я заинтригован. Ну, так вы заходите в гости. Обязательно. Только же потом без обид. Все-таки второй этаж. Ой, вы знаете, перед тем, как пойдете, пожалуйста, переоденьтесь. Жалко ваши дорогие вещи. Ну, вы знаете, мы как-то разберемся, в чем вас выбрасывать. Так, вот, со второго. Вы мангал разжигать собираетесь или нет? Да, пап, конечно. Да, бать, секундочку, сейчас. Значит так, слушай меня внимательно. Я тебе 2 раза повторять не буду, слышишь? Родительский дом, начало, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. Хорошая песня. Жаль, что редко поел. Редко, батя, но метко. Дорогие родственнички, мы продолжаем наш праздничный банкет, посвященный сами знаете чему. И сейчас слово предоставляется супруге старшего сына нашего именинника, женщине, о достоинствах которой моя жена может говорить часами. Итак, встречайте Ирина Аркадьевна Воропаева в девичестве Гмыря. Конечно, сложно после такого представления не ударить в грязь лицом. Ну, я попробую. Дорогой наш и уважаемый Михаил Иванович, мы все вас очень любим, все вас очень уважаем. Я не представляю, как можно столько всего успеть сделать за каких-то 67 лет. Вы столько всего построили, вы столько всего хорошего сделали для нашей страны и для стран бывшего Варшавского договора. Договора. Спасибо. Договора. Вот. И я искренне удивляюсь, почему у вас только один орден Героя Соцтруда, а не, ну, скажем, 10. Ну, почему? У меня еще есть почетная грамота монгольская. Да, хорошо. Я хочу выпить за ваше богатырское здоровье. Мы знаем, как оно у вас крепкое. Чтобы оно всегда таким оставалось. И та страховка, которую ребята завтра обязательно привезут, ни разу вам не понадобилась. С днем рождения. Спасибо, дочка. С днем рождения. С днем рождения, батя. Спасибо, дети. Расскажите о себе-то. Как живете? Да нормально живем, батя. Я сейчас арбуз вожу. А Игорек в администрации штаны протирает. Ну, по субботам в баню ходим. Вместе. Естественно. А мы с Катюшкой на шопинг. Угу. И на шайбинг. Естественно. Вот это молодцы. Молодцы. А что вы с собой бигуди-то взяли? Какие бигуди, пап? Ирунь. Игорь, это ж в прошлом веке я не пользуюсь. Ну, Михаил Иванович. Да я про собаку, которую Серегу с Катюшей подарили. Собаку бегут. Что надо? Соскучился. Давно родного брата не видел. Смотрел? Все, давай, не хворай. Погоди. А ты не хочешь договориться, что папе на день рождения плести будем в этом году, а? Ну, по месту сориентируемся. Не-не-не-не-не. Ты в прошлом году уже сориентировался. Я больше не буду корячиться, что учу китайский. Так что давай на берегу, а? Ну, давай. Я тут небольшой планчик набросал. О, смотри-ка, заморочился. Да, заморочился. Кому-то ж надо заморочиться. Смотри, в общем, в этом году мы с тобой на байдарках не ходили, у меня было много работ. Ну, конечно, ты же у нас известный трудоголик, в отличие от некоторых. Мой день рождения отмечали в Марио. Запомнишь? Марио. Ух ты, выпендрился. Ну, а твой на природе. Ну, отлично. И там тебя укусил клещ. Какой клещ? Что ты несешь? Игорек, да все сходится. Поэтому на байдарках не пошли, ты в больничке с энцефалитом провалялся. Сергей Михайлович, как я соскучился по вашему экскрометному юмору. Ну, я рад, что я тебя порадовал. Пошли дальше. Мы с Иришей тебе на день рождения подарили ноутбук. Ого, какая невиданная щедрость. Да мы тебе что? А вы кроме подушек что-то кому-то дарили когда-то? А, нет. Подушки для тебя слишком дорого. А знаешь что? Мы подарили тебе собаку. Какая собака? Ты обалдел, что ли? Ну, а если папа приедет, ну что, реально собаку заводить? Смотри, не ляпни. Ладно, живи. Точно? Ну, точно, ну. Обещаешь? Клянусь. Игорек, а и вправду, чего собачку с собой не взяли? Она бы тут на свежем воздухе порезвилась, поиграла. Сереж, да тут такое дело. Мы на днях пошли с ней в парк погулять. И ее одна девочка узнала. Корзиночку передай. И оказалось, что это... не бигуди, а Альба. Да ты что? Она или потерялась, или ее украли. Да ладно. Да? Вот елки зеленые, я же ее по объявлению-то покупал, и мужик вроде прилично показался. Вот барыга. Да, шарлатанов сейчас хватает. Так что Катюш пришлось отдать. Конечно, от сердца отрывали, привязались, конечно, к ней. О, боже, Ириш, так жалко. Да. Ну ничего. А мы вам на Новый год точно такую же подарим. Только проверенную. Да? Да, Кать, да. Ой, курочка готова. Открыто! Хе-хе. Салам алейкум хату. Здравствуйте, дядь Нуржан. Здравствуйте. О, дядь Нуржан, здрасте. Все-таки пришел, да? Эй. И заметьте, в тот самый момент, когда мы курицу из духовки достали, а? Привет! Ты что, стоял, принюхивался? Ожидал, да? Да нет, я шел мимо. Думаю, дай зайду, поздороваюсь. Как мимо шел? Ты не с днем рождения меня пришел поздравить? Да ты что говоришь? Конечно, да, с днем рождения. На, дорогой, с днем рождения. Мария, ну подарок разорился. Тостер! Это незаменимая вещь в быту. Он как будто немножко пригорел, да? Где загоревший? А, загоревший здесь. Это я проверяла, работает или нет. Ну, знаешь, нерабочий как может принести дорогому другу? Ну и что, работает? Чуть-чуть нет. Ну, починишь себя оставляй. Ну, что мне возле двери дома будешь держать? Это ладно, некрасиво. Пошли. На, за стол приглашение. Так, садись, дядь Нуржан. Катюнь, тарелочку. Ой, спасибо, дорогой. Пожалуйста. О, спасибо. Спасибо. Деточка. Это очень вкусно. Да? Да. Спасибо. Ой, спасибо. Вот. Так а что ты уселся-то? Давай тост сразу. Тост? Так и ж быть. Ну что, дорогой друг, с днем рождения. Вот оно, знаменитое казахское красноречие. С днем рождения, Павлик. А о чем мне говорить тебе? Мы уже знакомы 25 лет. В течение 25 лет, что я о тебе думал, я все уже высказал. Причем в разных выражениях. Ой, вспомнишь тоже. А что вспомнишь? Я такое могу вспомнить, что тебе стыдно станет. Да ты что говоришь? Да. Почему стыдно? Так вот, зашел я тут к этому деятелю чайку попить. Ну, рассказываю ему про то, как вы в этом году ездили на карнавал, в Рио-де-Жанейро, то все. Как вы участвовали в конкурсе латиноамериканских танцев, какие костюмы у вас были, как трудно было, как вы дошли до финала. Ну и как ты меня позвал? Брехуном? Да не, я тебя не обзвал. Я сказал, просто сомневаюсь. Ну вот, сомневаюсь, видите? Ну подтвердите, дети. Ну, конечно, я говорю, что расскажешь. Ну, собственно. Серег, давай, ты же любишь эту историю. Дядь Нуржан, дело-то как было. Мы с Катериной вообще ехать не хотели. Да ладно. Да, бать, правда. А Игорек с Иришкой нас уговорили. За что им огромное спасибо. Правильно, молодцы. Ну, вот видишь, теперь поверил? Теперь да. Вот. А фотокарточки-то есть? Сама неверующая, а? Ну сегодня же ребята привезли, ну. Вот. На. Да. В таком маразме я еще не участвовала. А мне нравится. Кто бы сомневался. Главное, чтобы еще Михаилу Ивановичу понравилось. Он будет в восторге. Игорь, тебе смешно, да? О, Господи! Ух ты, не зря мы с тобой по пробкам тянулись. О! Ребят, вы случайно из подтанцовки Леонтьева, а? Ну оттуда что ты спрашиваешь? Мы в Бударчик? Бударчик. Мне там еще хватает наглости смеяться. Ирунечка, может быть, у людей концерт Леонтьева самое яркое впечатление в жизни? Давайте быстрее, а то будем до утра тут сидеть. Слушай, Игорюш, извини, конечно, я просто пытаюсь понять, как эти бананы на себя натянуть. Ириша, сразу чувствуется, что ты костюмчики подбирала. Да, Катя, я подбирала. А еще хочу заметить, что я оплачивала эти костюмы, эту студию и фотографа. Поэтому тебе не кажется наглым еще что-то говорить на эту тему? Мне это кажется нормальным. Я хочу тебе напомнить, что это вы наплели деду, будто бы оплатили нам путевку в Бразилию. Так что мы продолжаем пользоваться вашими услугами, так сказать. Кстати, моделями сегодня будем работать совершенно безвозмездно. Так, ребята, вы готовы же? Мы да. Но мне студию пора закрывать. Давайте живей. Вы слышите? Давайте живей. Ой, да слышали, слышали. Ой, ну если слышали, так давайте быстрее. Да, ребят, чего там копаетесь? Ой, да не шеви, ты сейчас бананы опаду. Ой, Катя, дай. Внимание. Снимаю. Супер. Было? Все. Давайте еще зонтиком попробуем. Так будет лучше. Давайте зонтиком. Давайте зонтиком. Ой, Михаил Иванович, а вы еще тот живчик. Да, в Бразилии бы девчонки вам проходу не давали. А потому что такая зажигательная музыка. Ну, конечно, это все Катюша. Это она нам открыла замечательный мир латиноамериканских танцев. Ух, Иришка, а я бы не поменялась на твоем месте. По-моему, ты первая пошла на латину для похудения. Ой. Да, ребята, это надо выкладывать на YouTube. Наконец-то председатель комитета по делам молодежи, физкультуры и спорта занимается чем-то похожим на дела молодежи, физкультуры и спорт. О, Сергей Михайлович, кто на что учился? Гоша, что? А, Иван, какая у тебя семья красивая, а? Веселые, дружные. Ладно, пойду. Поздно уже. Не-не-не-не. Дайте, до свидания. До свидания, дядя Жужжан. До свидания. Ча-ча-ча. До свидания. До свидания. Я тебя провожу. О, блудная дочь звонит. Привет. До свидания, до свидания. Ты нормальный человек? Чего ты молчишь? Не ори. Я тебя по-человечески попросил не ляпать про эту собаку. Ты вообще представляешь себе, что такое завести в доме животное? Да? А кто тебя в прошлом году просил ляпать, что я почетный донор? Ты себе представляешь, сколько я крови сдал, чтобы бате показать этот долбанный значок? Так, знаете что? По-моему, пора заканчивать этот дурдом. В следующем году мы будем приезжать отдельно. Боже, что я слышу. Оказывается, в эту крашеную голову еще могут приходить светлые мысли. Но должен же хоть кто-то в нашей семье использовать свою голову по назначению. Клевый бантик. Угу. Катя, не звучит как тост. Красное-белое? Красный. Красная, прекрасная. Ох, Ирина Аркадьевна, вас так просто не объехать. Да вы уж постарайтесь. Чай не на фуре. Господи, как это все достало. А может, рассказать папе правду и все? Мне эту любовь к вам разыгрывать уже вот где. Ну так возьми и расскажи. Ну чего молчишь-то, а? А я возьму и расскажу. Да? Да. Ну давай, сейчас батя вернется, возьми и расскажи. Мадам. Мадам. Да уж спать пора, мне кажется. Как спать? А тортик? Ну, я не знаю, может, завтра. Что-то я устал маленько. Пап, ну мы завтра уже поедем. Как поедем? Я думал, вы хоть еще денечек погостите. Ну, Михаил Иванович, у нас же путевка в Таиланд. Нам вещи собирать надо, самолет послезавтра утром. Угу. Понятно. Вместе едете? Да не, бывает. Не. Мы ребятам предлагали, но у них там что-то… Ну, работа. О. Понятно. Ну, ладно. Ну, что ты расстраиваешься? Ну, прям… Как будто в последний раз видимся. Ну, правда, батя. Ну. Давай так, традиционное фото, тортик и будем ложиться. Да? О, конечно, вообще забыли о фотографии. Давай, становимся. Присаживайтесь. Давайте. Запечатлим, так сказать. Исторический момент. Давай. Секундочку. Момент. Так. Внимание. Улыбайтесь. А что это было? Я, кажется, догадываюсь, что это было. С днем рождения, Михаил Иванович! Ты что здесь бабахаешь? Че ты все село будешь тут, а? А это мой вам подарок. Количество выстрелов соответствует $1000, которые я готов прибавить первоначальной цене за дом. Так, знаешь что? Вы не торопитесь. С детьми посоветуйтесь. Деньги-то немалые. А может, ты прав, а? Вот сейчас прям все брошу, возьму и посоветуюсь. Конечно. Как вы считаете, дети? Мне ему сейчас кирпичом бабахнуть? Или с ружьем в дом сходить? Михалова. Да пошел ты. Батя. Ай, ну и отец у вас. Спокойной ночи. Это вряд ли. Да. Фееричное окончание не менее фееричного дня. Убери его. Убери этот кондиционер. Катюня. Убери кондиционер. Катюня. Какой кондиционер? Ну, тот, который... Боже мой. Это что, чайник? А мне снится, что это твои родственнички на кондиционере выезжают, уехать не могут. Блин, 8 утра. Еще над нами издеваются, что ли, а? Серёня, убей их, пожалуйста, и свари мне кофе. Что, обалдели? Это мы обалдели? А кто? Это мы завели самовар в 5 утра, да? Нет, это мы завели... Эти. Да, баб! Да, батя. Ну это... Игорёша, а ты мою зарядочку не видел? Михаил Иванович, вы как? Ребят, ну, как я и говорил, ничего критического я не вижу. В принципе, все показатели в норме. А что это тогда было? Видимо, давление прыгнуло. То ли из-за жары, то ли из-за вчерашних возлияний. Поаккуратнее надо с этим. Хотя, знаете, в его-то возрасте нужно уж совсем поаккуратнее. Если будут повторные рецидивы, делайте полное обследование. А пока не беспокоить, я ему дал успокоительного. Пусть поспит. Спасибо, доктор. Спасибо. Да не за что. Ребят, у нас вызов района оплачивается отдельно. Да, конечно, сейчас. И говорю, что подожди, какие деньги? У нас же страховка, доктор, есть в вашей больнице. Да, действительно. Я так понимаю, вызов скорой в нее входит? Да, конечно. Ну, несите, я перепишу номер. Дело в том, что мы забыли ее дома. Ну, это же не проблема, правда, доктор? Ну да, ничего страшного. Можно по фамилии подтвердить. Называйте. Угу. Воропаев. Михаил Иванович. Воропаев Михаил Иванович. Ну, сейчас по базе пробьем и будем оформлять вашего Михаила Ивановича. Командир, на минуточку можно? Слушай, тут такое дело. Ну, собственно, что и требовалось доказать. Спасибо. Спасибо, дочка. Ну, ты когда из своей Греции вернешься? Алло. Люсь! Люсь! Ну, что ты будешь делать? Знаете что? Давайте уже заканчивать этот дурдом. В следующем году будем приезжать раздельно. О, Боже, что я слышу. Оказывается, в эту крашеную голову еще приходят светлые мысли. Ну, должен же кто-то в этой семье использовать голову по назначению. Это же клевый бантик. Господи, как это все достало. Может, рассказать отцу и все. Мне эту любовь к вам разыгрывать уже вот где. А ты возьми и расскажи. Я расскажу. Да? Ну давай, батя вернется и расскажи. Вот значит как. Цирк они мне тут устраивают. Ладно, будет вам цирк. На 5 утра. Нет, это мы завели. Батя! Папа! Батя! Пап, ты как? Как я? Лучше всех. Спасибо вам и нашей медицине. С вами поговорить. Тут такое дело, понимаете? Да, конечно, понимаю. Вы что, думаете, я настоящий приступ от симуляции не отличу? Отлично. Что, справка на работу нужна? Ну, типа того. Так бы сразу и сказали. 500. Не вопрос. Только дети мне говорите. Да, конечно, без проблем. 1000. Ну что ж, ребятки, давайте сделаем так, чтобы папкин день рождения запомнился не только ему, но и вам. Старый дурак. Хотел же в этом году не праздновать. Ириш, ну погоди. Игорь Михайлович, не утруждайте себя. Что же вы поднялись в такую рань? Ну, не цепляйся за слова. Ты не так меня поняла. Игорёш, я все правильно поняла. Тебе же нужно в коем-то веке выспаться, да? Ну, перестань. Принесу я тебе твою массажную накидку. Набрось. Тут прохладно. Воропаев, это что такое? А что такое? Ты мне обещал не курить натощак. Послушай, Катя, ну я всего лишь одну. Конечно, одну. А потом ты язву одну заработаешь, а я тебе что, от творожки, кашки, малашки? Слушай, мать Тереза, ты лучше бате лекарств накапай, время уже. Я накапаю, ты давай туши. Да я тушу. Нет, так ты туши. Ну вот, Ириш, больше разговоров. А вообще я тебе скажу, это не дело. Ты туши давай. Да тушу я. Да ты не в себя туши, а в пепельницу. Ты посмотри на него. Ну, как маленький ребенок с этой соской своей. Уже весь мир курить бросает, а он у нас такой, у нас консерватор. Фу, провонял весь дом дымом. Ты знаешь, что вещи не отстирываются? Ой, Катюня, заводная это у меня штучка. Я вообще поражаюсь, откуда у тебя столько энергии в 7 утра. Ир, в конце концов, давай серьезно займемся твоим позвоночником. Хочешь, я позвоню Николаю Чукову в Облздрав? Тебя обследуют. Нужно что-то делать с твоими протрузиями. Что у вас? Протрузии? Ребята, это страшное дело. Надо быть поаккуратнее. Твой брат. Ир, не будем опускаться на их уровень. Катюнь, может, у меня тоже есть эта гадость? Есть, Серёнь. Только у тебя это называется спину скрутила, а тут у людей белая кость, голубая кровь, протрузии. Господи, боже мой. Пойду прилягу. Представлю, что все это страшный сон. Постели мне накидку. Так, Серёнь, почти все готово. Давай буди Михаила Ивановича. Погоди. А? Яблочко. Доктор же говорил, что ему для мозга витамины нужны. Давай, на 3, давай. И сам съешь килограмм 5, может, поможет. Хотя... Игорёш! А? Иди буди отца, пора ему лекарства пить. Ага. Катюнь, а может, это заразно? Может, нам ватно-марлевые повязки надеть? А я понял. Это они заразили батю своими протрузиями. 100%. Слушай, ты когда-нибудь свою варежку закроешь или нет? А то чё? А то… Игорёш, а чё ты нервничаешь? Люди услышали новое слово. Расширили свой кругозор в 2 раза, можно сказать. Уже день не зря прожит. Свари мне кофе, пожалуйста. Игорь Михайлович, мне чашечку с сахаром и молочком. Или вы только боярских дочек обслуживаете? Сергей Михайлович. Да-да. Кофе с молочком называется латте. Вы как, 2 новых слова за день удержите в голове или, может, записывать начнете? Во-первых, не латте, а латте. А во-вторых, вы проверяли замок в вашей комнате? Он изнутри надежно закрывается? Я пошла. Катюнь! Ну что? А пирожечек-то? Фу ты, господи! Заморочил мне голову этими своими протрузиями. Ну, если бы это были мои, это ж государственные. Значит так, если вы оба сейчас не успокоитесь... То что? Ах ты ж... мать. Пап, ты как? О, Сережка, Игорек, уже приехали? В смысле приехали? Я-то вас только к вечеру ждал. А вы вон как? Решили папку с самого утра поздравить с днем рождения, да? Ну давайте я вас обниму. Заскучился? Полгода поди не видались-то, а? Ах вы мои воробушки. О, и невестушки тут. Здравствуйте, дочки. Здравствуйте, папа. Так, срединные структуры обычные, желудочки мозга не расширены, турецкое седло в норме, гипофиз без особенностей, ну что еще? Параселлярные структуры не изменены, особой патологии я не вижу. Ну а что это тогда было? Да мало ли что, мозг человека – это такое дело. Вы же сами говорили, был день рождения, стресс, эмоции и плюс, наверное, было. Ну, как без этого? Ну вот. Плюс возраст, плюс падение. А что нам с этим делать? Я выпишу стандартный список препаратов. Попейте, понаблюдаемся. Я думаю, дней 5-6 и все нормализуется. Самое главное, поменьше волнений и побольше положительных эмоций. А что касается провалов в памяти, то я вам, ребятки, так скажу. Лучше не спорить, чтобы не усугубить. Где-то не обращать внимания, а где-то лучше подыграть. Надеюсь, я понятно говорю? Более чем. Родительский дом, начало, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. Хорошая песня. Жаль, что редко поем. Да, ребятки? Да. Так, а что ты мне не налито? Игорь, ты не следишь? Пап, ну тебе нельзя, доктор же сказал. Во-первых, доктор сказал, что со мной все в порядке. А во-вторых, я вообще не понимаю, зачем вы меня туда сегодня поперли-то? Да еще в день рождения мой. Игорек, ну ты, батя-то, не нервируй. Налей. Вот именно. Спасибо, Серега. А я не против? Это тост. Я даже стану. Ой, может, не надо. Ничего. Что же вам сказать, ребятки? Не всем в жизни повезло так, как мне. Ведь как у нас порой бывает? Родные дети родителей не почитают, собачатся между собой, грызутся. Ну, если уж женятся на каких-нибудь мымрах, то вообще пиши пропала. К счастью, в нашей семье не так. Верно? Конечно, папа, конечно. За вас. С днем рождения. С днем рождения, пап. За тебя, батя. А вы закусывайте. И молодцы, что вы на этот раз не стали заморачиваться с подарками. А то навезут дорогущего, а мне потом неудобно. О, Господи. Ну, точно, подарки, Катюнь. А, Михаил Иванович, родненький, ну как же мы без подарков? Серёнь, ну да. Вы уж извините, что мы так не сразу. Игорь, выпусти меня. Сами понимаете, дорога, готовка, хлопоты. А ведь знаете, Михаил Иванович, мы же в этом году хотели сброситься с ребятами деньгами и подарить вам медицинскую страховку. Но Катя вдруг говорит, мол, зачем она вам? Вы же у нас еще ого-го. Мы с Игорюшей подумали, и правда, зачем? Поэтому в этом году мы решили дарить вам по отдельности. Да, Кать? Игорь, ты идешь? Ну, Кать, вы дарите, что вы там должны дарить? Ну, что ты расселся? Идем, идем. Иронь, а черти полосатые. Чего ты удумали, а? Одну минуточку. Катюнь. Сюрприз. Серёнь, давай, что сидишь? Наливай. Катя, что будем делать? Ну, я думаю, ты же сама дарить. Он же ничего не помнит. Где там наш сертификат? Откуда я знаю, куда он его положил? Пойди глянь в его комнате. Давай, давай. Да, давай, ну что ты? Будешь? Нет, спасибо, мне достаточно. Да? Даже, ты знаешь, спорили. Вот. Катя одно предлагает, я другое. Ты знаешь, батя, мы даже чуть не посудим. Думали, думали, а потом... Чего? В тумбочке, посмотри в тумбочке. Что тебе подарить, батя? У тебя и так все есть. Вот именно. И поэтому в этом году мы решили... Сделать вам настоящий сюрприз и подарить вам кондиционер. Что, простите? Кондиционер, Ириша. Ну, правда, не сам, а сертификат к нему. С днем рождения. Это вы, конечно, просто молодцы, Катюнь. Ну, Михаил Иванович, мы за вас очень рады. Да, Игорюш? Поздравляем, папа. Ну, а вы-то чем порадуете? Ну, ребят, после такого я даже не знаю. Да ладно, хватит уже интриговать. Это же то, что ты мне говорила, да, Ириш, когда я тебе звонила? Да, конечно, да. Ну, те самые подушки. Точно. Ортопедические. С пухом тибетских гусей. Ой, Михаил Иванович, это верь. Ну, вы даете. Вы меня просто балуете. Ну что вы, давайте, садитесь. Да. Точно. Да, давайте, давайте. Давайте, да, конечно. Ну, давай, наливай, Игорь. Это конечно, оригинально. Это не я. Молодцы, с кондиционером. Смотрю я на вас, ребятки. Думаю, какие же вы молодцы. Папа, мама, Матюшка, Игорёшка и наш младшенький Сережка. Семья в сборе. А вот и мы. Уже проснулись. Мам, покажи Сережку. Видишь? Игорёша, Люся, видишь, Сереженька, ваш братик, и семья, ночевал, что ли? Да, ночевал. Кстати, обалденная пижама. Супер. У вас там все так в администрации спят? Или только особо приближенные? Все? Пока все. Тогда по делу. Мы с Ирой посоветовались. Завтра к папе приедет сиделка. Ну, мы все-таки поедем. Ой, какая жалость. Да мы и сами не хотим. От вашего кондиционера в доме такой комфортный микроклимат. Мы старались. Не сомневаюсь. А сиделка – это хорошо. Мы с Катюней тоже уезжать собирались. Нам же, в отличие от вас, деньги нужно как-то зарабатывать. Ну и отлично. Сынок! Иду, бать! Папа сказал сынок, а не морда наглая, без капли совести. Ты же слушай внимательно. Ой, Игорек, прибереги свой юмор для молодежи и спорта. Серый, все. Давай. Бать. Звал пап? Проходите. Присядьте. Ну, ты как? Ничего, голова там кружится. Может, тебя на веранду, на воздух? Да куда там? Ноги как ватные. Давай я тебе коляску привезу. У меня в гараже валяется, после перелома осталось. Да я вроде не инвалид пока. Я вот что подумал, ребятки. Ну, прикрой дверь. Не найдется ли у вас нотариуса знакомого? Завещание хочу составить. Да ладно, бать, что ты ерунду говоришь? Ты че? Какое завещание, пап? Тебе еще жить и жить. Правильно, Игорек, поэтому я прошу найти мне не батюшку, а нотариуса. Надо сделать для порядка, так лучше будет. А то, не дай бог, потом переругаетесь еще. Бать, ты че? Мы когда с Игорьком ругались-то? Действительно. Ну так что? Ну, если ты настаиваешь, есть у меня один знакомый. Вернемся из Таиланда, я договорюсь. Хорошо? Ты не против? Да нет, не против. Договорюсь. Воропаев, ты дебил? Че это? А действительно, что я спрашиваю? Ты дебил, Воропаев. А почему сразу дебил, Кать? Ну, если у меня нет знакомого нотариуса, где я тебе его возьму? Слушай, ты реально не понимаешь, или ты прикидываешься? Игорь, я тебе еще раз объясняю, что если мы договоримся, когда вернемся из Таиланда, то договариваться уже не будет никакого смысла. Сейчас эти разлюбезные родственнички притащат своего нотариуса. Чего он там нас оставляет в завещании? Подумай. Потому что эти твои притащат какого-то ганыгу нотариуса и обтяпают все в два счета. Ира. Я тебе поражаюсь. Может, Игорешенька этот твой заморачиваться не будет. Но когда Игорешенька к себе хоть что-то решал? А насчет этого у меня просто никаких сомнений нет. Все будет обтяпано в лучшем виде. Ира, во-первых, мне слабо верится в то, что это произойдет. Во-вторых, мне папиного ничего не надо. Не знаю, Катюнь. Делить все это при живом бате как-то... Серенький, ну ты че, я же совершенно с тобой согласна. Пускай Михаил Иванович себе живет хоть 100 лет. Мне это все даром не нужно. Ну даже если это и случится, окей. Пусть это будет на их совести. Да, ты прав, Игорь, ты прав. Просто эти привыкли все подметать, что плохо лежит. Но тут дело не в имуществе Михаила Ивановича. А я не люблю, когда меня держат за идиотку. Тут дело в принципе. Я говорю об элементарной справедливости. Постельное белье, сарафанчик и очки. Я понял. Сереня, ну? Только, пожалуйста, ничего из этого списка не забудь, хорошо? Катюш, да понял, я понял. А ну, дай мне секунду. Да держи. А, купальник еще, красный, горошек. Верхние ящики комода. Угу. Купальник. Угу. Я не буду записывать. Хорошо. И комбидресс. Комбидресс? Коричневый, под подушкой. А, хорошо. Все? Да. И фен. Фен? Фен. Что-нибудь еще? Нет. А, нет, еще. Значит, возьмешь мою косметичку обязательно. Кейс. Да. Альберто Филони. Не понял. Розовые босоножки на высокой платформе пробковой. Понял. И позвонишь папе, скажешь, что мы задержимся здесь на несколько дней еще, хорошо? Угу. Хорошо. Вот. Что-то еще, наверное. Ну, в общем, я тебе позвоню, ладно? Да. Вспомню. Давай. Давай, больной, что ли? Не, ну я знал, что ты больной, Серега. Ну и до такой степени. Это не я больной, ты у нас нервный. Давай, в Таиланд езжай, нервишек подлечи. Мы будем без вас скучать. Значит так, юмористы, мы тут с Ируней посоветовались и решили. Да? Ага. Мы никуда не едем. Вопросы есть? А к чему такие жертвы? Может, вы не будете подрывать бюджет азиатские здравницы? Ничего, обойдется здравница как-нибудь и без нас. Нужно же кому-то побыть с Михаилом Ивановичем. Да вы езжайте. Вам же нужно как-то зарабатывать денежки. Давайте не будем считать наши деньги. Мы как-нибудь проживем. Вы не беспокойтесь. Угу. Не сомневаюсь. Тем более вы с недавних пор форцуете чужими кондиционерами. Доброе утро! Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, уезжаете уже? А, пообщались с папкой и восвояси. А некоторым с ним жить. Борис Евгеньевич, да? Я думаю, мы еще вам составим компанию. А что такое? Да что-то батя захворал. А что случилось? Лежит, не встает. Недельку-другую надо за ним присмотреть. Ай-яй-яй-яй, беда. Беда, беда. Ну, передавайте, чтобы поправлялся. Обязательно. До свидания. Спасибо. До свидания. Убедился? Герой. Алло, Вадим. No comments. Ну, все, давай, дошки. Бригада рядом. Так, бери бригаду и ко мне будем ставить. Да. Прямо сегодня. Давай, пока. Вы уже проснулись? Доброе утро. Доброе. Как себя чувствуете? Ничего. Слабость только немножко. А вы лекарства принимали? Принимал, спасибо. Замечательно. Сейчас завтракать будем. Я вам картошечки наварю. Спасибо, Катюш. Что-то ничего не хочется. Точно? А что точно? Ну, смотрите. Михаил Иванович, а Катюша права. Между прочим, завтрак – это самый важный прием пищи. Ну, с картошечкой, конечно, это перебор. Зачем же нам крахмалом себя пичкать? Да? Нам же этого не надо. А, например, овсянушка в самый раз. Овсянушка, она тоже не всеми хорошо усваивается. Может, все-таки пюрешечку, а? Ну, если вы так настаиваете, пожалуй, заморю червячка. Ну, овсянку я с картошкой не хочу. А может быть, что-то полегче. Ну, не знаю, может быть, плов? Плов? А? Ну, плов так плов. Да, Катюш? Да, Ириш, я пойду заморочусь. Сказал же человек. Я хочу завтракать. Нет. Надо выслужиться. Пошел. Осторожней вы. И трубы, трубы тоже. Здрасте. Ну сюда. Сынок, а что это вы здесь делаете-то? Борис Евгеньевич забор заказал, шумопоглощающий. Какой? Ну, как на объездной дороге. Высокий такой, видели? Вот. Точно такой же, но только на 2 метра выше. А вы папа его? Папа, папа. Только не родной. Значит так, ночью давай собирай этих своих муравьев и дуйте туда, откуда приехали. Только в 2 раза быстрее, чем на объездной. Понятно? Ну что, я не могу. Меня Борис Евгеньевич потом за это, ну, убьет, наверное. А? Он тебя убьет. Потом... И, наверное. А я сейчас и точно. Да вы что? Тихо. Знаете что? Вы с Борисом Евгеньевичем сами как-нибудь там это разберитесь. А потом, как он скажет, я так и сделаю. Разберемся, разберемся, иди. Девочки. Ой, Михаил Иванович, зачем вы встали? Что-то у нас так воняет, а? Сами не чувствуете? Лук жарится для плова. А, лук. Плов. Не, я плов не хочу, что-то передумал, расхотелось. А знаете, лучше бульончику из петушка домашнего. Михаил Иванович, а где мы вам тут петушка домашнего найдем? А у нас тут многие продают. А, да? Ну так как? Ладно, давайте я схожу. Ну что ж ты одна пойдешь? Идите вместе. Михаил Иванович, ну что же, мы парами ходить будем? И вообще, и с вами кто останется? А, обо мне не беспокойтесь, я даже вставать не буду. А потом, как же Катя одна холодильник дотащит? Какой холодильник? А я вам не сказал, что ли? Я ж старухе Евдокимовой холодильник починил, обещал сегодня вернуть. Она ж кабанчика собиралась забивать, а холодильника нет. Видите сами, какая жарюка. Давай, давай, быстрее. Вот сюда складывай. Попортится же все. Жалко старуху. Да. Тут небольшую. Михаил Иванович, Оу. А как вы себе представляете, мы его, я извиняюсь, допрем? На тачке. Я же его сюда как-то допер. На тачке. А далеко это ваша старуха живет? Фу. Тут, на Полевой. На Полевой? Нет, ну если у вас дела какие-то, я сам могу, конечно, как-то попробовать. Дико извиняюсь, а ты не могла бы прилагать хоть какое-то усилие, то я так долго не протяну. Да я прилагаю. Просто, знаешь ли, модельная обувь, она как-то не очень предназначена для транспортировки бытовой техники. Ну так, может, надо было сделать выходной своей модельной обуви, ее тут все равно никто не оценит из местных аборигенов. Ну, знаешь ли, я вообще-то на день рождения ехала, а не холодильники тягать. И все же такие умные, как ты. Наряд универсальный. Что на банкет, что на хозработы. Женщина, здравствуйте. Добрый день. А мы на Полевую 12 правильно идем? Ой, девоньки, нет. На перекрестке налево. А, да? А, давай. Давай назад, давай. Да поворачивай. Я поворачиваю, ты держи. Женщина, а вы не могли бы нам это петушка домашнего продать? Я не продаю. А может, кто из соседей? Ну, вот тоже никто не продает. Хорошая у вас улица. Извините. Поворачивай. А я что? О. Так, давай, не филоним. Тяжелая зараза. Алло, ну что, я что-то непонятно объяснил? Мужики, так, 15 минут перерыв. Мужики, вы кого слушаете? Работаем. Послушайте, у нас сроки. Я же вам говорю, хотите? Договоритесь, Борис Евгеньевич. Так, а где туда рабовладелец? На озере Рыбач. Давай, ставь здесь. Честь. А я говорила, надо было налево поворачивать. Это же элементарная логика. Улица Полевая, значит, находится где-то в поле. Нет, чего ты в гору попер? Но здесь о логике, судя по всему, никто не слышал. Это горная улочка, к твоему сведению, называется Речная. Так что все может быть. О, слышь, пацан, где у вас Полевая? Я не знаю, я у бабушки. Везет. А мы у дедушки. Клюет? Здрасте. Слушай, Иваныч, ты же вроде как больной лежишь. А ты решил, паразит, этим воспользоваться и заборы свои понаставить, да? Да при чем тут это? Давно думал свой участок огородить. Так чё ж ты мой-то огораживаешь? Слушай, Иваныч, я же не на твоей, на своей земле ставлю. Чё хочу, то и делаю. Вот у вас у буржуев это в крови. Чё хочу, то и делаю. Давай, сматывай удочки. Иди командуй своими гастарбайтерами, чтобы через 5 минут их духу не было на моем участке. А, сейчас. Спешу и падаю. Иваныч, иди отдыхай, а. А то сердечко прихватит. Мне еще тащить тебя на себе придется. Вот так, да? Вот так. Ладно. 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 Ничего, извините, пожалуйста. Спасибо вам большое. До свидания. Не за что. До свидания. Что куры в этой деревне вместе с динозаврами вымерли. Фу, кого не спросишь, все такие глаза делают. Барби на лесопилке. Смотрел бы на себя и смотрел. Дай покоя. И так сил нет. Ну, ты про полевую узнала? Оказывается, поля в здешних местах высоко в горах. Прошу. Когда это закончится? Да не виляй ты, это же не бедрами. Да, давай еще полюку проедем, давай. Слушай, выключи звук, я тебя прошу. Иваныч, не лежится тебе, да? Зажигалочки не найдется. Ты ж вроде бросил курить. Благодарю. Не за что. Иваныч, ты что делаешь? Да вот, решил тебе помочь. А то что ты здесь одной удочкой наловишь? Да чё? Ты же у нас деловой человек. Иваныч, нахапать побольше надо, да? Ну чё, молчим-то, а? Страшно? Не могу. Ой. Мужчина. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы местный? Местный. Улица Полевая. Она вообще существует? Конечно, существует. А вы можете, ну, конкретно показать, куда она? А вон туда, куда катится. Кто катится? Холодильник. Какой холодильник? Мастятил, шашку брось. Я тебя предупреждаю. Если не уберешь свою гоп-команду, взлетишь на воздух к чертовой бабушке. Уберу, уберу. Давай, звони. Позвоню. Брось. Звони сейчас. Сейчас. Вадим, сворачивайтесь там, убирайте все. Сейчас пусть сворачиваются. Сейчас сворачивайтесь. Иван, что? Ложил штаны, а? Наложил. Да, прошу тебя. Ты с ума сошел? Осторожно! Катя, держи! Здорово! Брось чашку! Иваныч, это ж не шутки! Зыркин расправа оказался. Салюта новогоднего испугался. Знаешь что? Катя, держи его! Здрасте. Ну ты даешь, Иваныч. Видать, не с того ящика взял. Мы его катили, а оно покатилось. А мы вообще полевую 12 искали. Это полевая 12? Да. Тогда мы это, доставочка. Вы чё, девки? Моим же холодильником моих кур передавили. О, а у вас и куры есть. Слава богу. Чего? В смысле, мы вам сейчас это все компенсируем. Все? В смысле? В прямом. Спасибо еще раз, что подменяешь. Да ну, Серега, Какие проблемы? Давай. А вы где? А с папой кто? Ну ладно, давай. Не задерживайся. Батя, бать. Ну, Сережа, Игорек, уже приехали? Родительский дом, начало, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом. Пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. И еще раз. Родительский дом, начало, ты в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай много лет горит в твоих окнах добрый свет. Хорошая песня. Жаль, только редко поем, да, бать? С языка снял. Ну, дети. Спасибо, что не забываете отца. И молодцы, кстати, что не заморачивались в этом году дорогими подарками. Я только не понял, зачем вы столько курить навезли. Весь холодильник не забили. Катюш. Так мы ехали мимо птицефабрики, а там этих курей, да, Ириш? Ну, да. Вот, а мы на фуре. Ну, ребята же на фуре. Ну, это, думаем, что не взять. Ну, мы их взяли. Ну, правильно. Молодцы. С днем рождения. Ура. За тебя, бать. С днем рождения. Ну, дадут выпить, а? Здрасте. О, здрасте. Извините, что помешал. Я на минутку. Здрасте. Павлович, какими судьбами? Иваныч, скажи честно, я тебя чем-то обидел, или ты просто тупо типа издеваешься? В смысле? В смысле? У нас день поселка. Ты второй день на репетицию не ходишь. Ходишь. Я сейчас вообще, если ты заметил, еле передвигаюсь. Видал? Ёперный балет. Ну все, получил палость заслуженного деятеля культуры. Что случилось-то? Что случилось? Я присяду, ничего. Что случилось? Завтра концерт. Вы все как сговорились, ей-богу. Гришку Плотникова вчера на рынке с поличным взяли. Вывод. Был фокусник, нет фокусника. Ловкость рук Матео. Я съем что-нибудь? С утра ни крошки не ел. Тарелочку. Ой, не, это лишнее. Милка Воскобойникова обещала с мужем бальный танец сделать. Беременна. Был посадобль? Нет посадобля. Хлебушку подай, пожалуйста. Чем мне концерт финалить? Чем? Когда у меня в остатке хор бабушек и три у нас корей из пожарки, и то, если торфяники не задымят. Селедочку. Оливье. Павлович, извините, не знаю, как вас по имени. Вы видите, что у человека проблемы со здоровьем? Иваныч, твое здоровье. Я следующий. Не волнуйся, Палыч. Когда я тебя подводил? Сделаем эти финальный номер. Что, издеваешься? На полном серьезе. Да, молодежь? Они же у меня ламбади мастера. Они всю Бразилию на уши поставили. Да ладно, шутишь? Как же? Вы что, смеетесь, Михаил Иванович? Как? Так это в Бразилии, а тут по сельским клубам, что ли, будем скакать? Действительно. Да у нас чудный клуб. Недавно после ремонта. Скачи не хочу. И что? Как можно земляков-то обидеть? Михаил Иванович, миленький, я очень уважаю и вас, и ваших земляков. Вы же сами знаете, что у меня проблемы с позвоночником. Да мне вообще больше 3 минут физических нагрузок противопоказано. Ну, я... Это не шутки. Девочки, да нам 3 минуты для финала за глаза. Ну, подожди, ну как вы себе это представляете? Да мы не можем без репетиции. А, посмотрите, у нас костюмов нет. А костюмы это вообще не проблема. Я ж в прошлом году на 10-летие лесопилки Кармен ставил. На костюмов заводил. Любой размер. Да все, договорились, они не подведут. Слушай, а что значит вовремя зашел? Ну, слава богу, есть финал. Давай свою селедку с колевозница. Вообще ламбада под финал, это замечательно. Прощай, среди снегов, среди зимы, никто нам лето не вернет. Прощай, 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 прощай. Прощай, вернуть назад не сможем мы в июльских звездах и вас. Господи, господи, до сих пор поверить не могу, что на это пошла Игорь. Ничего не обещай. Верунечка, ну мы не могли отказать папе в такой ситуации. Уедь у меня. Пустое небо посмотри. Все, веселишься? Катюнь, ну а что остается делать? Ну да, действительно. В конце концов, мы сами виноваты. Что это были я и ты? Игорь, по-моему, я просила не пить. Да я так 50 грамм для храбрости. Прощай, уже вдали встает заря, и день приходит в города. Прощай, прощай. Прощай, прощай. Прощай, мы расстаемся навсегда. Слышь, Воропаев, может, сбежим, пока не поздно? Поздно? Прощай, ничего думаешь? Не обещай. Уверен. Ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, пустое небо посмотри. Ну чё? Полный зал, блин. Кать, соберись. Что это были я и ты? Прощай! Спасибо! Спасибо! Игорь, мы сейчас... Откуда я знаю? Думаешь, хоть что-то? Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш концерт, казалось бы, окончен. Но сегодня я приготовил для вас сюрприз. На сцене лауреаты международных конкурсов, заезжие гастролеры проездом из Рио-де-Жанейро. Друзья, это наши с вами земляки Игорь и Сергей Воропаевы со своими супругами. Народный латиноамериканский танец сальсо. Встречайте! Готовы? Уже мы? Боже. Когда это закончится? ты... Ну что, бать, не подвели мы тебя, а? Бать, спит, что ли? Надеюсь, он уснул раньше и не видел всего этого кошмара. Ну да. Не знаю, по-моему, хорошо выступили. Угу. Мне понравилось. Ну вот вернемся в город, запишем тебя в кружок. А что, можно? Ира, а что вы скажете, как чемпион Латинской Америки по сальсе? Не опозорили мы своим танцем дружеский континент? Игорь, ну вот почему после всего позора я должна это все выслушивать? Верунь. Ой, какие мы нежные. Ну а что я такого сказал? Да ты все, что не скажешь, все в яблочко. Иди лучше молчи. А ты че? А ты хочешь проверить? А ты хочешь показать? А я могу показать. Да ладно. Ребята, мы вам не мешаем? Спокойно, Катюнь. Ну. Готов? Уверен? Да. Уверен? Да. Игорь, пожалуйста, ради меня. Иру, все и так ради тебя. Ну? Ну что, слабо? Тебе мало было физкультуры на сегодня? Спокойно. Ну? Ты меня на слабо берешь? Да, да. Игорь, папа. Не кричи, папа спит. Бать, ты как? Не следят. Ну разве так можно, а? Михаил Иванович. Что, совсем обалдели? Батя. Что, батя? Что, батя? Папа. Всего 5 дней у меня живете, уже решили ухандохать старика, да? Тут тормоза были, оно само как-то... Да погодите вы. Что? Бать, ты чё, вспомнил, что мы у тебя уже 5 дней? Чё? Ой. Я что? Я что, никогда не забывал? Ну так это ж ты... Да не, бать, я просто так сказал. Так. Кто здесь? Привет, Клавдия. Свои. Михаил Иванович, да что же вы творите, а? Да это я, что ли? Это вон, молодежь. Вы нас извините, мы вам завтра забор починим. Да идите вы к лешему со своим забором. Я здесь завтра в ворота поставлю. Извини, Клавдия. Да идите вы спать. Надо же. Столько времени прошло. Ничего не меняется. Да. Время как будто остановилось. Бать, так ты что хотел сказать? Да вот думаю, сразу вам по шее накостылять или оправдание ваше выслушать. Ну, за что по шее, пап? А ты не понимаешь, за что? Нет. Сколько вы из меня дурака делать будете? При мне тут, понимаешь, идиллию семейную разыгрывают. А за моей спиной глотки друг другу готовы перегрызть, не так? Бать, да перестань, что ты взял? Так, хорош. Все я вижу. И как ваши жены, как грымзы между собой цапаются, и как вам на мозги капают. И вы потом, как два барана, бодаетесь после этого. Тряпки вы, ребятки. Эх, подкаблучники. Знаешь что, папа? Ты выбирай выражение. Вот именно. Мы как-нибудь сами разберемся. Бодаться нам или брататься. Вот так, да? Да, батя, вот так. Да. Батя. Батя. А? Так что сказать-то хотел? Да вот, думаю... А может, продать дом к чертям собачьим, а? А чё? Деньги за него неплохие дают. Куплю себе какую-нибудь однушку в городе. Остальное поделю между вами поровну. И живите как люди. Нам оно, конечно, не надо. Это твое решение. Ну, если ты настаиваешь, конечно. Но один вопрос. А почему поровну? Да, очень правильный вопрос. Да? Да. Ну-ка. Я-то в наш дом поболе твоего вложил. Да ну? Да. Поболе? Поболе. У тебя ничего там не треснет. Ты как, в порядке? А, да, нет, все хорошо. Так что сказать-то хотел, батя? Да нет, просто вспомнил, как мы с вами на пикник сюда с мамкой приходили, помните? Конечно, батя. Каждое 1 мая. Как вы на лыжах тут катались с гор зимой. Как вы летом купать коней сюда приводили с Азаматовичем. С Азаматовичем. Да, я тут чуть не забыл. Тут Азамат звонил, просил, может быть, придете к нему на конюшню, поможете? Конечно, как-нибудь сходим. Не-не-не-не-не. Он сегодня просил. Прям сейчас. Смотри, смотри. Ё-моё, бомба! Ой, такое шоу пропустил! Ой, ты глянь, как крутит! Вот я дурик, говорила мне моя, пойдем на концерт. Я говорю, что туда ходить, каждый год одно и то же, а тут... Слушай, кто это сам? А фиг его знает, городские какие-то. Я ж сам не был, это мне Васька рыжий брос. Ё-моё! Слушай, шли мне, у тебя мой адрес есть? Да. Сейчас смс-кой. Ну, да, опа. Ну, опа. У тебя 2 детей. Здрасте. Здрасте. Разрешите представиться, Виктор Артюхов, большой поклонник вашего таланта. Катя. Мы знакомы? Лично не имею такой чести, но я видел ваше выступление вчера. Я потрясен. Спасибо. Что ж мы стоим? Давайте я вас... Ну, не гоже везде сцены. Пожалуйста. Что? Лаочек. Ничего, ничего, ничего. Не так, надо... граждане, я занимал человека. Васильевич, отойди. Вы... Так, Саня, хлеборезку закрыл. Извините, пожалуйста. Дина, привет. Привет. Что тебе, Артюхов? Да, Катенька, что нам? Мне килограмм сахара. Сахарку килограммчик. Все? Все нам? Мне все. Нет, не все. Горсточку кармелек. И беленькую. Ну что вы хотите меня обидеть? У меня есть деньги, я заплачу. Мужчина, успокойтесь, с какой радостью вы будете платить. За сахарок. Угу. Извините. Вить, ну ты долго еще. Так подожди. Концепция меняется. мне бутылочку шампанского. Давай, давай. И 2 стаканчика. Нет стаканчика. Закончились. Ну, вечно у тебя. Эй, Артюхова, деньги. Да не мелочи. Запиши на меня. Здрасте, дядь Нуржан. О, кого я вижу в нашем Голливуде? Возвращение будных Будулаев. Рутай-муртай. Какими судьбами? Помочь пришли? Кому? Ну, бать сказал, вам помощь нужна. Да. Какая помощь? Стоп, не разбегаемся. Сейчас. Да. Здорово, это я. Да я понял, что ты. Чего надо? Слушай, там мои архаровцы должны к тебе прийти сейчас. Уже? А, Азаматыч, я им сказал, что тебе нужна помощь. Не понял, объясни. На самом деле помощь нужна мне. Опять не понял. Еще раз объясни. Азаматыч, сосредоточься. Мальчики пришли за воспоминаниями. А-а-а. Теперь понял. Должен будешь. Само собой. Ну давай. Давай. Все. Пока. Колхозный председатель звонил. Без меня ничего не умеет делать. Так что, на чем остановись? Так что с помощью-то? Совсем Азаматыч старый стал. Да, помощь нужна. Очень даже помощь нужна. Чувствуем. Пойдемте, помочь делать будем. Пойдемте. Да, пойдем. Но у нас другие скоростя. Простите, вы мне что-то говорите? Вы в этих штуках. А я со спины не видно, бегу за вами уже полкилометра, кричу. А что вы за мной бежите? Вам что-то нужно? Ну да. Может, мы с вами, ну это... Что это? Ну, по шампусику. Простите, а как вас? Витек. Скажите, а я произвожу впечатление женщины, которая пьет? Посреди улицы? С малознакомым мужчиной? Нет, боже упаси. Ну что, вы меня не так поняли? Кать, я социалю гостеприимца. Но уже человек новый, Катя, как ты не по-людски? Ну такая жарюка, у меня шампанское холодное. Кать, ну если я обидел вас, ну извините. Артюхов! Ах ты! Да, Раечка. Ты что там делаешь? Женщине дорогу в контору показывают. Так контора в другой стороне. Так я и говорю. Женщина, контора в другой стороне. Не, ну ты подумай. Странно это, видал? Сюда иди. Иду, Раечка. Да, Азаматыч, ну ты выдумаешь, конечно, тоже. Я последний раз в седле сидел лет 20 назад. Игорек. А кто поможет дедушке Азаматовичу, а? Я уже старый, понял, старый. Тут мальчики сейчас не имеют чета, сюда не приходят. А лошадей надо размячить. Так, настоящий джигит хоть 50 лет посади на седло. Поедет хоть. Так кто джигит, дядь Нуржан? А Игорь Михайлович у нас боится свой начальственный задний бампер растрясти. Кто боится, я тебя еще сделаю. Есть какие-то сомнения? Может, поспорим? Ну-ка, иди сюда. Давай. Разбей. Ой, чуйтер, джересендер. Ну, догоняй. Догоняй. Привет, мамуль. Даша, ты сама меня набираешь? Что-то случилось, доча? Ты знаешь, мам, мне кажется, у меня с родителями что-то происходит. Даша, ну что ты ерничаешь? Говори, что случилось. Мама, как говорится, лучше один раз увидеть. Лови ссылку. Давай. Впечатляет, правда? Честно говоря, я уже жалею, что с вами не поехала. О, а давайте вы с папой это на выпускном у нас танцуете. Господи, Даша, о чем ты говоришь? Даша, я тебя очень прошу, ты, главное, не лайкай, не пости, ты понимаешь? Не дай бог люди увидят. Господи, как неловко. Что значит люди увидят? А вы там перед кем выступали? Перед зверями, что ли? Ну, при чем здесь зверями? Я имею в виду перед знакомыми. Неудобно. Ну, господи, зачем это? Почему неудобно? Еще позавидуют. В таком-то возрасте такой яркой жизнью живете. Даша, ты специально? Все-все, мам, я могила. О цене могилы договоримся при встрече. Даша, пожалуйста. Все-все, да. Не шались там сильно. Даша. Ой, я знала, что так будет. Ой, мамочки. Фу. Ой. Не, ну ты можешь ржать сколько угодно. Но, во-первых, я все равно доскакал первый. Не доскакал, а долетел. Ну да. А во-вторых, мне Азаматыч хиленького коня подсунул. Да, если бы я был на графе. Ну, слушай, граф, ты вспомнил тоже граф. Граф был такой один на миллион. Почему же был? В смысле? Он что, живой? Пошли за мной. Да ладно. Ваше сиятельство, к вам. Прошу. Графчик. Граф. Здорово, старина. Графчик. Графчик. Надо же, живой. Смотри. Помнит. А как же? Он всегда помнит добрые. Это люди некоторые не помнят. Ну что, опять капель? Ну за здоровье графа! Бьют, слева берег рот, и летим конем, мы в огонь найдем. Ты не уходи и не подведи, только я в петле, а ты в сырой земле. Прям чай вдвоем. Только не чай вы пили, да? Добрый вечер. Здрасте. Воропаев, ты посмотри, на кого ты похож. На кого? На брата. Тише вы. Сейчас Михаила Ивановича разбудите. На свинью ты похож, а не на брата. Слышь, Кать, покойно? Так, Катерина. Алексеевна. Тем более. Вы меня тут, Сережа, не обижайте. Что, не может с братом выпить, что ли? Игорь Михайлович, а вы адвокатом заделались, да? Смежную профессию осваиваете? Что-то не оправдывайся. Не надо. Хорошо. Ира. Ну? Шо ну? Брат заступился за брата. Ты чего адвокатом сразу обзываешь? Послушай, борец за права униженных и оскорбленных, ты варежку свою прикрой. Вот ты как. Угу. Хорошо. Куда потелепался? Мы обиделись, аливидарчи. Катерина, ты не права. Ты... Бегарек! А. Мы обиделись. А. Ну, понятно. Распустили мы их, да, Игорек? С кем поведешься? 100%. Кто бы говорил? Алло, да. Азаматыч. Я. Спасибо, дорогой, все сработало. С меня причитается. А? Кто это? А, понятно. Спокойной ночи. За моей спиной. Михаил Иванович, еще чайку? Да не откажусь. Кстати, я по поводу вашей просьбы. У нас есть один знакомый, очень хороший нотариус, Ян Моисеевич Штильман. Так вот, он как раз из отпуска выходит. Так вас на какое время к нему лучше записать? Ириш, а чего именно к нему? Ну, почему нет, Катюш? Ну, он, наверное, не дешевый. Нет, с чего ты взяла? Ну, по фамилии, понятно. А потом, зачем Михаила Ивановича в город тащить? У нас в доме, на первом этаже. Ну, нотариус, он на выезде работает. Катюша, может, пускай Михаил Иванович сам решает? Я не против. Девочки, да? Мне, честно говоря, все равно. Как вы скажете, так и будет. Ну, это прекрасно. Доброе утро. А вам не скажешь. Всем привет. О, а что это сегодня так грустно, без песни? А что, вчера громко, да? Нет. Не то, что вы громко. Долго. Репертуар Михаила Круга, песни военных лет, бременские музыканты. Ну, а в 4 утра Земфира. На десерт. Правда, что ли? Я спал, как убитый, ничего не слышал. Так вы, значит, вчера с Азаматычем дали, а? Ба, чуть-чуть. Да, самую малость. Катя, ну что ты начинаешь с самого утра? Кстати, который час? У тебя же вроде часы на руке. А? Да, у меня теперь часы есть. Брат вчера подарил. 8:30, а я думал, часов 12 уже. Так который, Сережа, час ты говоришь? На моих 8:31. Уже 8:31? Я же совсем забыла. Мне же папе надо срочно позвонить. Да, точно. Там надо это, по работе. Ирочка, ты что, обиделась? Ир. Ну, перестань. Игорь, да ради бога, чего обижаться? Это же твои часы. Правда, подарил их мой папа на годовщину нашей свадьбы, а так? Согласен. Получилось как-то некрасиво. Ну, как-то само. Я даже не помню, как я их дарил. Ах, ты даже ничего не помнишь. Может быть, это потому, что для тебя ничего не значит? Ни эти часы, ни папины отношение к тебе, ни я сама. Воропаев, а ты случайно вчера головкой нигде не ударился? Ну да, с коня упал. С коня? А как ты узнала? Ты знаешь, заметно, невооруженным глазом. Катю, ну что ты, ну выпили немного, а что такое? А что такое? А это ты мне скажи, вот это что такое? Ну как ты не поймешь, Игорь, не жалко мне этих часов. Пусть они и стоят больше, чем этот твой собутыльник за год зарабатывает. Просто ты добрый человек. А я не хочу, чтобы эти на тебе ездили. А тебе не приходило в голову, чего твой братик вдруг стал такой добренький? Ничего тебе не дарил, а тут так расщедрился. Рюмку налили, и ты уже согласен. И часы подарить, и дом, и все что угодно. Думаешь, просто так они тебя спаивают? Ты знаешь, что они завтра нотариуса своего притащат, чтобы домик оттяпать? А тебе вот эту тацку золотую сунули, ты уши развесил. Обидится. Ну, конечно. Брат обидится. Это жене с тестем обижаться не положено, а братья не обидчивы, да. Катя, ну как ты себе это представляешь? Ну, что я Игорю скажу? Мне от тебя ничего не надо, забирай обратно. Но это же брат все-таки, как-то некрасиво. Некрасиво? А лохами нас делать – это красиво. Какими лохами? Пап, что случилось? Да хотел пыль тут протереть, что-то грудит цепануло. Батя, ну какая пыль? Сказал бы нам, мы бы все протерли. Не трогай ничего, я сейчас все уберу. Да, Игорек. А? Вы бы лучше с Серегой на пилораму сгоняли. А на пилораму зачем? Да вещь мне одну надо заказать там. Какую вещь, бать? Да так. Гроб. Пап, ну что ты думаешь? Какой гроб? Да видишь, здоровье что творит. Сегодня вроде ничего, а завтра… Нет, ну если вам некогда, я сам могу. Спасибо. Тебе спасибо. Добрый день. А кому можно обратиться по поводу… Ё-моё! Артюх, ты что ли? Воропахи! Здорово, Барбалей! Здорово! Здорово! Смотри, такое! Ну чё? Ну ты дал такую! А я вот тут! Ой. Здрасте. Здрасте, здрасте. А вы к нам? Угу. Пожалуйста, проходите. Благодарю. Здрасте. А деда Мишу можно? Конечно, Михаил Иванович. О, привет, Машуля. Привет, дед Миша. Привет, красавица моя. Привет. Как дела? Лучше всех, кто эта собачка поломалась. Починим мы твою собачку. Да, тетя Кать? Да, деда Миша. Отнеси в комнату ко мне. Я ее в кроватку уложу. Вот. Дед Миша, а можно я у тебя на площадке порисую? Конечно, можно. Тебе все можно, моя родная. Иди. Так, погоди-ка. Сейчас я тебе что-нибудь сладенькое найду. Конфетку или печеньце? Не надо. Бабушка говорит, что от конфеток после зубки. Так лучше их сразу не есть. Так я пойду. Ну, иди, иди. Ильинична, бабка ее под что хочешь теорию подведет. Ну, там и правда одна пенсия на троих. Мамка ее в городе перебивается. С папашку девочка не видела с самого рождения. Так что конфет особенно не напокупаешься. Ну да. А, вот она. Девица, вы вот что. А. Пока эта ягоза будет там рисовать, вы испеките орешков ей со сгущенкой. О, конечно, Михаил Иванович. С удовольствием. Такая девочка. Маленькая. Ну, вот и договорились. Поздравляю, мужики, с покупкой. Так, гроб сосновый, одна штука. А чего такие смурные? Чего веселиться? Папа все-таки. Да ладно тебе, Игорян, вы же не сейчас его хоронить собираетесь. У нас так вся деревня закупилась. В смысле закупили? Зачем? Что значит зачем? Слушайте, вы чудные. Доллар скачет, цены растут. Это самое надежное капиталовложение, какая-никакая недвижимость. Я тоже себе взял. Да, ну а что, пусть стоит. Моя клуша темная. Не подходит, боится. А у меня там нычка. Так что, надо обмыть покупочку. Не-не-не, Витек, не сегодня. Что значит не сегодня? Не, подожди, ты что, ко мне каждый день заходишь? Мне это нравится. Мы 25 лет не виделись. Нет, ну сказал, не хочу. А, ну понятно. Ну что, Серег, придется себе отдуваться за двоих. Старший из гнильцой оказался. Не-не-не, Артюх, я тоже пас. Не понял. Да ну вас, что в школе были, как два сморчка ушастых. Что сейчас? Мало я вас гонял. Что? Это кто кого гонял, сказочник? Сказочник? Можешь напомнить. Витек, заканчивай. Не Витек, а Виктор Сергеевич. Вопросы? Вопросов нет, Виктор Сергеевич. Пройдемте. Ну вот, пойдем. За мной. Ха-ха-ха, басота. Давай-давай. Привет. А что ты такое рисуешь? Солнышко? Солнышко я рисовала, когда была маленькая. А это мой портрет. А, теперь понятно. А чего он такой огромный? Что маленький, папа с неба не заметит. А кто твой папа? Летчик. Он просто долго летает и забыл, где наш дом. А так он будет лететь мимо, увидит мой портрет и вернется к нам с мамой и бабушкой. А ты не будешь против, если я тебе немного помогу? Смотри, ты не бойся, мы папе скажем, что это ты сама нарисовала. Обманывать нехорошо, тем более папу. Я скажу, что портрет нарисовала я и тетя Катя. Я и тетя Катя. Хорошо. Давай. Ну, давай. Сейчас посмотрим, кто кого куда гонял. Давай, не засыпаем. Мне еще второго валить. Порхай, как бабочка. Жаль. Ты что, больной? Ты что творишь? Ну, ты сказал, не засыпаем. Ну все, сопля бородатая. Ты разбудил во мне зверя. Класс. Такая красивая. Когда папа увидит и прилетит, я ему обязательно скажу, что это вы мне помогали. Спасибо вам огромное. Вы такие хорошие. А что это? Сгущенка. Ой. Ты что, я не выключила? Я же думала, ты выключишь. Ты же ее ставила. Надо было думать, клуша. Ой, ой, мамочка. А, ну вы психи, конечно. О, что тогда могли друг за друга горло порвать? Что сейчас? Живого места не оставили. Слышь, ты тюлень, ты долго там будешь плескаться? Ну, тюлень не тюлень. Я тебе так скажу. Если бы старший за тебя не вписался, я бы тебя там закопал. Да, конечно. Конечно. Ты морду умой. Ну, грязный же, смотреть страшно. Ну что, Игорян? Сейчас мировую разольем. Вить, ну сказал, не сегодня. Ну то ж тогда было, а сейчас же другое дело. Да, Серег? Витька, не уговаривай. Да не, мужики, я же как обезболивающий. Ну что ты пристал, Артухов? Сказали тебе, мы не будем. Ну как не? Ну стресс снять, ну Серега. Артюх, ну отстанешь ты или нет, ну? Вот так, да? Да. Да пошли вы! Тоже мне одноклассники приехали. Думаю, посидим по-человечески. Конечно, привыкли, там я сидел в ресторанах, ракушки всякие, там вот эти осьминоги, кальмары, там, или как оно там называется. Западло с другом посидеть. Я для них, как для друзей, гробик сделал. Со скидочкой, доску, 40-катку из личных запасов. А знаете что? Если вы со мной не выпьете, я побои сниму и заяву на вас накатаю. Артюхов, ты чё, какая заява? Я сказал всё. Николай Иванович, ну, пожалуйста, ну, простите нас, ради бога. Ну да, мы виноваты. Мы же с девочкой заигрались. Господи, ну, отчитайте нас, поругайте, ну что угодно, ну только не молчите. И в конце концов, ну ничего же страшного не произошло. Ну, я в том смысле, что сейчас же такие моющие, оно же ототрется все в два счета. Ну вот. Здесь сутки через двое. Трудовиком в школе на полставки. Еще дискотеку кручу по субботам. В общем, кручусь. Вот. Ну, что я о себе. Пацаны, вы как вообще? Ну, я сразу после института. Слушай, прости, перебью. Мы же еще в Кабаке лобаем. Да? Да. Вся наша банда. Вовка Климко, Петька Коробков и Виталька Помосков. Виталька? Помосков. Слушай, а как Виталька? Да ну, бог с ним, с Виталькой. Ты-то как, Сереж, где ты сейчас? Слушай, ну, я уже 10 лет кручу баранку. Слушай, извини, перебью, а то забуду. Я же еще на X-Factor ездил. Да ладно. А ты как думал, да? Слушайте, мужики, а давайте мы с вами за искусство выйдем. О! Кастрюлю жалко. Фу ты. Ну нашли, что жалеть. Действительно. Да мы вам этих кастрюль таких купим, целый набор. Ну. Память не купишь. В 78-м году мы с покойной матерью эту кастрюлю еще в Ленинграде брали. Но сейчас уже таких и не делают. Там авиационный алюминий. 37 лет. Да ей сносу не было. Ладно, чаю дадите хоть? Ой, конечно. А вам какого? Черного, зеленого, травяного? Травяной. Травяного, все. Не проблема, сейчас вообще никаких проблем. Сейчас мы быстренько забарим. Вот такой чайничек отмоем и за вами. Засекай. Раз. Два. Часы. А, это тетя его звонят, да? Контролирует, где мы. Ну, слушай, это строго. А я со своей строго. Она у меня не забудет, она у меня вот где. Слушайте, пацаны, а как вообще у вас семейная жизнь? Хорошо. Просто супер. Ты знаешь, я сразу после свадьбы... Слушай, прости. Я же умру, если не покажу. Вы же на концерте Дня поселка были? Нет. Да бог с ним, я тоже не был. Сейчас, мне скинули. О! Ля какая барышня, а? Как крутит. Серёнь, зацени. Я в неё сводил. В кино. Чё ты? Игорь Михайлович, разрешите? Проходите, присаживайтесь. Ой, не бережете вы себя, Игорь Михайлович, не бережете. Без остатка отдаете всего себя любимому делу. Алкоголизм. Доброе утро. Катин, ты сердишься? Катюш, ну прости меня. Ириш, не сердись. С Артюховым встретились, подурачились. Игорь, ты себя слышишь? Начальник отдела по делам молодежи и спорта подурачились. Это звучит. С каким Артюховым? Одноклассник сестры. Я его лет 20 не видел уже. Это что, не повод, что ли? Игорь, а ты заметил? У тебя поводы всегда разные, а Бадун одинаковый. Мне даже начинает казаться, что ты из запоя не выходишь, а так выглядываешь. Ирунь. Что, Ирунь? Не нагнетай. Да мы встретили школьного приятеля, ну, сама понимаешь. Мы по чуть-чуть, оно на старые дрожжи бах и развезло. Катюш, ну не дуйся, пожалуйста. Давай еще раз попробуем. В смысле? Ну, с ребеночком. А, я что, коза, сейчас душ приму и займемся. Я серьезно. Давай еще раз попробуем. Катюш, ну что мы мало пробовали? Сколько лет уже? Врачи, консультации, таблетки какие-то. Ну, может, все-таки на ЭКО решимся? Ну, ты же сама говорила, процедура сложная. Гарантий нет. Да и не дешевая. Ну, давай хотя бы разузнаем детали. Что там сейчас, да как? Ну, давай. Я ж не против. Правда? Ну, конечно. Ох, перегарище. Иди умывайся. Да иду я. Сейчас покурю и иду. Михаил Иванович! Ну, ты долго собираешься так сидеть? А что? Ну, пойди, приведи себя в порядок, а что? Доброе утро, Михаил Иванович. Привет, Валентина. Пенсию хотите получить? С удовольствием. Так. Чего так поздно сегодня? Так проспала. Целую ночь сирены выли. И спать не давали. То милиция, то скорая помощь. Дал же мне бог соседей. Ого. Так, держите. А что такое? Давайте Кортюхова кто-то избил. Это что? Да. Там понаезжали и обои снимали, и показания брали. Потом Витьку в больницу забрали. Кошмар, что творилось. А кто что? Вот этого я не скажу. Сейчас поеду пенсию развозить, буду на обратном пути возвращаться. Может быть, чего-то и узнаю. Игорь Михайлович. А? И что нас там так заинтересовало? Да нет, Ирунь, ничего. Так а что говорят в деревне? Вроде как... мужики какие-то. Но так точно никто сказать не может. Я сейчас. Серега, ты куда? Я сейчас, Катюнь. Игорь. О, а я к тебе. Там вчера вечером Артюха того. Да слышал, я слышал. Так что получается, питон у нас все-таки заяву накатал? Ну, выходит так. Только я не могу понять, что его в больницу повезли. Это мы его, что ли? Так я что-то не поняла, какая заява? Что за больница? Кать. И что значит «мы его»? Да погодите вы, тут такая ситуация. А ну иди-ка сюда, ситуация. Иди-ка сюда. Игорёш, и ты выйди на минутку. Что, вчера кого-то избили? Я не знаю. Что значит не знаю? Вы же вчера вместе были с этим Артюховым, как его? Я не помню. Что значит не помню, Игорь? Ира, я никого не бил. По-моему. Ну, понятно. Бил, не бил, если об этом узнать на работе, до конца жизни не отмоешься. Ага. Что значит, ты ничего не помнишь? Ты не понимаешь, что для суда это не оправдание, Воропаев? Ну почему сразу до суда, Катя? Может, я его вообще не бил? Да кого это теперь интересует? Вот родственничек-то, он стопудово отмажется. Вот ты мне-то перестань. Игорек, может, не сам этот, но уж не до такой степени. Я тебя умоляю. Значит так, ты сейчас идешь к своему собутыльнику и договариваешься, чтобы он все брал на себя. Ты меня понял? Ну, Ирочка, ну как-то неудобно. Ты меня понял? Да. Суд постановил Воропаевых Сергея Михайловича, 1978 года рождения, и Игоря Михайловича, 1976 года рождения, признать виновными и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и полной конфискации имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Господи. Серега, пойми, мне в этом деле светиться никак нельзя, ну никак. Ну, конечно, ты не можешь, а Сережа может? Послушай, Катя, Игорь госслужащий. Я помню. Даже если они не виноваты, даже если просто пойдут слухи, его попрут с работы, ты понимаешь? Я понимаю. А Сереню не попрут? Катя. Я Катя. Сережа, все просто. Смотри. Ты сейчас все берешь на себя, если что. А завтра я подключаю связи, мы все уладим и закроем дело. Ага. Это очень сложный развод. А почему развод, Кать? А что сейчас не подключить связи, Ира? Нет, ну мы так никогда не договоримся. Нормально. Ну что нам теперь делать? Всю жизнь прятаться? А нам? Прятаться. Здорово, бать. Привет, пап. Батя, долго нам тут сидеть? Придется потерпеть, сынок. Артюхов-то, царство небесное, из больницы так и не вышел. Портреты ваши на каждом углу висят. А участковый вообще 500 тысяч обещал за любую информацию про вас. Так что погодите еще. Пап, как там нож? Нормально все. Иришка замуж вышла. Катюшка родила. Все путем. Это было просто. Серега, ну вы развалите на своем плече. Зачем вы Михалыч? Еще раз куда кудахтались? Папа. Не умеете пить, не беритесь. Батя, откуда? Да подожди. Значит так, собирайте свои манатки и проселочными дорогами в город. А я пока... Все? Приплыли? Господи. Серега. Игорь. Что Игорь? Ну-ка, брысь отсюда. Чтоб ни звука мне там. Здорово, Иваныч. Привет, Геннадьевич. Че ты не по форме? Так, свой законный выходной. Могу и без формы шариться. Хватит он всю ночь в погонах оттрубил. А что такое? Ну, как всегда. Артюхов с кем-то опять нарезался. Пришел домой, ну, Райка его сковородкой зацепила. Так он по пьяной лавочке давай кипиш делать. Скорую вызвал, меня с постели поднял. Мол, побои снимает. Райке кричал, засужу. Ну, Райка ему еще 2 раза выписала. На том разговоры закрыли. Вот это что. А чё ж ты тогда с мигалкой по деревне ездишь? Так электрика ж старая. Ты глянул когда-нибудь, Иваныч? Ну. Я с дачи еду, лук везу. Пассажира взял. Дай, думаю, радио включу, чтобы Людмиле Михайловне повеселее было. А оно все... Людмила Михайловна. Прошу. Петр Геннадьевич, я уж думала, ты меня задержать решил без предъявления. Ну, что вы такое говорите? Я же человек закона. Хотя такую женщину на 2 суток я бы... Петя, не льсти себе. Папочка! Папуленька! Боже мой, какая у тебя тут красота! Привет, моя маленькая. Как я бы тебя скучала. Пока, Геннадьевич, спасибо. Пока, Иваныч. Пока, Петенька, пока. Ну, а что ты? Ну, ничего. Ну, ты какая-то не загорелая. Да ладно, ну не загорелая. Ну, как? Так, папа, с прошедшим днем рождения. Спасибо, дочка. Эй, арестанты, на выход! Эвакуация отменяется! Сестру встречайте! Здоров, Леся. Ага. Здоров, братва! Рада тебя видеть. Как никогда. Угу. А я уж думал, мы с братом Артюха того. Да куда? Артюхов у нас бессмертный. Иначе Рая бы его давно сама себя вдовой сделала. Причем сколько мы там пили? Ерунда. Память отшибла напрочь. Последнее помню, как Сереге глаза кровью наливаться. И все, и накрыло. Конечно, накрыло. Иришка, он у тебя слабенький. Надо побольше практики. Слышь ты, практик? Чего? Будешь часто практиковаться, я тебя вон Иришке на перевоспитание отдам, да? Нет, мне одного Воропаева достаточно. А вот нам с тобой давно пора на шопинг сходить. Слушай, я не против. Прикупить ежовых рукавиц. И скалки. Ассаламу алейкум! Здравствуйте, дядя Нуржан. А я, главное, домой захожу, там никого нету. А смотрю, вот тут сидите. И долго ты, интересно, там по дому бродишь? Девочки, вы пересчитайте на всякий случай потом ложечки. Я к тебе пришел по делу. Зайди-ка. Уникальный ты человек, Азаматыч. Меня же в мой дом и приглашает. Не бухти. Я тебе рыбу принес. Да смотри, рыбу он принес. Молодец. Не, ну вы красавцы. Прям вообще вопросов нет. Даже не знаю, как теперь в театр ходить. Там же по сравнению с вами сплошной наигрыш и фальшь. Браво, мальчики. Браво. Все. Выговорилась. Спасибо. Слушайте, а давайте позвоним в Книгу рекордов Гиннеса и зарегистрируем ваш спектакль как самую длинную театральную постановку. А что там премия, ого-го. Только чур мне половинку. За идею. Люсь, ты можешь помолчать, а? Ну, извини, серенький, я бы с радостью. Ну, не могу. Как это так не могу? Я тебе рыбу наловил, наловил. Я же не говорю, не могу. Будь добр, пойдем с Пятниковой тарелку вещи. Азаматыч, ты русский язык нормально понимаешь? Или переводишь себя сначала на казахский? Теперь не понял. Что ты сказал? Ко мне дети приехали. Ну, раз в 2 года собираются. Ну, какая тарелка? Ну, потерпи ты неделю. Неделю вы вместе? До сих пор все живы. Я прям поражаюсь. Боже мой, как же мы соскучились по твоим шуточкам, Люсьяна Михайловна. Правда? Мерси. Кстати, безобразники, а чё мне не позвонили, не сказали про папу? Ну, позвонили бы тебе, и что? Ты бы с Греции на попутках примчалась бы. Серенький, ну примчалась, не примчалась. Я же все-таки медицинский работник. Что ты бы посоветовала? А то я видела, что эти местные коновалы понавыписывали. Чё подороже. Людмила Михайловна, препараты чего подороже мы покупали сами. Это было наше решение не экономить на здоровье родного человека. Вот-вот. Ирина Аркадьевна, я понимаю, что вы с Игоречком привыкли жить по принципу, чего подороже, то и лучше. Но таблетки, это же не бриллианты. Они же по-другому работают. А ножичком-то вы промахнулись. Катя-то правее сидела. Гриш, может, хватит? Нет. Продолжай. Ты сегодня прям в ударе. Искрометная это наша. Тебе смешно? А мне не смешно. Хатпаган адам екесің ғой өзің бір. О, дети у него. У меня тоже дети. Он, дочь завтра приезжает. А тарелки нету. А так иди общайся с дочкой. Гуляйте в лесу, купайтесь в речке. Ну что, ты перед телевизором с ней будешь сидеть? У тебя казахский Новый год завтра? Тебе шутки шутить? А я хотел с дочкой телевизор посмотреть, как она передачу ведет. Знаешь, она у меня кто? Ведущий нумеролог. О, в отца, я так понимаю. Тоже в шарлатана пошла, да? Эй, что ты понимаешь? Нумеролог — это такая наука. Короче, ты мне будешь ставить антенну? Поставлю, но потом. Куркпаган адам екесің. Вот ты кто. Ты злой, Михаил Иванович. Не обижайся, Азаматыч. Слово дал, не сдержал. Ну, не провожай меня. Да я не собирался. Спасибо, кстати, за рыбу. Эй, гуси. Люся! Да, папочка? Пойдем-ка прогуляемся. Девчонки, вы пока с этой казахской данью разберитесь. Да, конечно. Ага, да. Ну вот, папочка, впечатление так в общих чертах. А, пап, ты знаешь, меня больше всего поразило в Греции? Это то, что у них практически в каждом городе делают свой вид сыра. И кефалотирии, и манурии, и красотирии. Ты знала? Да откуда? Я же тебе говорю, я думала, у них только фета. Люсь, я не про сыр, я про братьев своих. А что с ними? Ты хочешь сказать, что ты не в курсе? В курсе чего? До того, что братья твои родные, как собаки, между собой ругаются, а жены их вообще готовы, по-моему, поубивать друг друга. Да ну, пап, быть такого не может. Людмила, ты за дурака меня не держи, тут без тебя есть кому. Я давно говорила, что ничего хорошего из этого не выйдет. Иронь, ну ты как там? Я этот отпуск запомню на всю жизнь. Ну, ты не обижайся на Лёсю, она ж так, угу. Шутку. Ну да. У меня знаешь, где уже эти шутки? Ну чё, братка, уезжаем по-английски, да? С катертью дорожка. И вам того же. Подвезти не предлагаю. Я только недавно химчистку салона сделал. Да, спасибо. Ага. К тебе один раз сядешь, потом всю жизнь расплачешься. Мы по старинке так, на маршрутке. Ага. А куда же это вы? Всей компанией? Бать, да пора нам уже. Загостились. Ну, правда, Михаил Иванович. Вам же уже, слава богу, получше. Пап, с тобой Люся останется. Она же у нас медработник, да, Людь? Угу. Как? Куда же вы? Нет, сегодня нельзя. Почему? Как почему? Ну... А Азаматыч, ты чё приходил? А чё Азаматыч приходил? Так он же приглашал на обед, на завтра. Нас? Ну да, всех. К нему дочь приехала из Казахстана. Угу. Вот он хотел, чтобы мы как-то семьями поведали. Я пообещал, что мы придем. Ну, Михаил Иванович, миленький, мы бы с большим удовольствием. Но вы понимаете, столько дел в городе накопилось, ну и у Даши выпускной, поэтому... А, выпускной. Ну, ребята, правда, что вы Азаматыча не знаете? Потом же обид будет на целый год. Нам-то что, мы приехали, уехали, а папе здесь жить, да, пап? Да... Ладно, батя. Нам, в общем-то, не корит. Можем побыть денек, правда, Катюнь? В принципе, я не против. Ну. Побудем. А вы езжайте. Да. Ну, у вас же там накопилось выпускной, работа, езжайте. А чего сразу работа? Я начальник или кто? Да и у Дашки выпускной только через 3 дня. 4. Тем более. Так что мы еще на денек запросто останемся. Ну так отлично! Девчонки, давайте заново распаковываться, заселяться. Ириша, Катюнь, не отставай. Ну правда, я только приехала. Не поговорили, ничего. Кать! Иду. Что ты? Что такое? Я сама. Еле-еле. Ну, дайте помогу. Спасибо, Люсьен. Я же снялась, девочки. Я знаю, ты же все это. С удовольствием. Давно говорят, что ничего хорошего из этого не выйдет. Что значит давно? А сколько это продолжается? Ну, если ты, папа, совсем глубоко хочешь копнуть, то примерно с игровой свадьбы. А что там? Нормально же погуляли. Да погуляли-то нормально. Просто Катька с Сережкой до самой свадьбы не знали, кто Иркины родители. Вот и облажались со своим сервизом на подарок. Ты же помнишь, что тогда все дарили? Участки, машины. Катя потом полгода комплексовала. Но самое неприятное, что они этот самый сервиз от Иры с Игорем себе в подарок получили на новоселье. И что? Из-за этого ругаться? Пап, ну это ж только начало. А потом одно к одному, да как пошло, поехало. Такие дела, папочка. Только я тебе ничего не говорила, ладно? А что же нам теперь делать, дочка? Батя, Азамат еще что, веранду себе пристроил? Ты же видишь, какой он у нас хозяин-то? А? Запах-то. А вы идти не хотели. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Саламатсыз, па, хуш келдіңіз. А? Айсу. Дочка-то, совсем одно лицо, а? Ну, здравствуй, дорогая. Менім атым Гүлназ. Меня зовут дядь Миша. Сіз мені шатыстырып тұрсыз. Так что ж, совсем по-русски забыла, как говорить, да? Потому что редко приезжаешь. Ну, а где папка-то? Азаматыч! Нуржан дүкенге кетті. Че она говорит? Да откуда же я знаю, что она говорит? Ну, ладно. Что же, будем знакомиться тогда. Вот моя семья, вот старший мой Игорек с женой Иришкой. Че стоишь-то? Давай, цветы-то. Игорь, это вам. Рахмет. Давно мечтал. Игорь. Риша. Здравствуйте. Салам. Ира. Вот. Да, младший Сергей с Катериной, женой. Очень приятно. Люська. Люську знаешь? А? Помнишь, как ты с ней в детстве ты гулять бегала, а? Ну что, ты не помнишь? Я помню. Совсем не изменилась. Да. Ну вот. Ну, а где ж, Павка, ты отдыхаешь, что ли? Азаматыч! Ты что шумишь? О! Полчаса пораньше пришел и шумит. А я в магазин сбегал вот, с дочкой. Здравствуйте. Здрасте, Михаил Иванович. Здрасте. С дочкой. А это ж... Это Гульназ, это моя двоюродная сестра. Она по-русски не понимает. Ну, здравствуй, дорогая. Да, дочка. Люся! Помнишь, Люська-то? Ты совсем не изменилась. Я извиняюсь. Сергей, Катерина. Катя, очень приятно. Ням-ням. Очень вкусно, очень. Напомните, как это называется? Это казахское национальное блюдо. Бешбармак называется. Вкуснее ничего не ела, обалдеть. Да, Катюш? Да, это просто сказка. Скажите, а как это вообще готовится? Просто. Тут сложного ничего нету. Лапша, мясо и золотые руки повара. То есть, если у нас в селе пропадет конь, мы теперь будем знать, где его искать, да? Бабуля. В смысле? Это что? Конь? Да, ну что вы. Это обычная говядина. В ваших краях приличной конины, к сожалению, не найти. Это я уж подумала, желание загадать первый раз конину ем. Да, Игорь? Кстати, Сулу, а расскажи, чем ты занимаешься? А то нам папочка тут такой наплел про тебя, бог знает что. Я работаю нумерологом на телевидении и на радио. Обычно это первое, что папочка любит обо мне рассказывать. Все-таки правда. Ты прости меня, дочка, не обижайся, но я в эту дуристику не верю. Ну, папа, интересно же. А это вроде астрологии, да? Да нет, ты, дочка, астрологию здесь не путай. Нумерология – это целая наука. Да, доча? Конечно. Да, папочка. Айсулу, ты не можешь мне дать пару советов? Ну, касательно личной жизни. Ну, конечно. Мне для этого нужно точную дату рождения, ну и имена, соответственно. Давай, пиши. А это же всем можно, да? Конечно. Да, пишите. 10.01.77. Дети, ну вы же взрослые люди. Михаил Иванович, ну интересно же. Да, Катюш? Да, Ириша, что не попробуйте, если это бесплатно? Это же бесплатно? Абсолютно. Ой, 070877. Это люди с высшим образованием. Может, ты помолчать, а? Не мешай, вот видишь, человек работающий. Доча, что там видно, а? Что-то странно. Что странно? Странно то, что в цифрах между вами или между вашими семьями какие-то натянутые отношения. Между вашими семьями, между вами. Какая-то вражда, пустая конкуренция. Я не могу понять. Может быть, я ошиблась? Давайте я еще раз пересчитаю. Шарлатанство. Что и требовалось доказать. Да, конечно, пап. Ерунда, не верю я в это. Пойдем лучше тарелку вешать. Какую тарелку? Телевизионную. А, это... Пошли. А что там еще? Неправильная какая-то конкурентность. Ну что, кажется, клюнула? Айсулу не подведет? Да ты че? Она не таких клетов обработала. А, все-таки обрабатывала. Ну что ты цепляешься? Между прочим, это была моя идея. Так что с тебя, папочка, ящик шампанского. Людмила Михайловна, вы куда направлялись? Не смею задерживать. Хорошо, папочка. Эгоизм и, в общем-то... За счет этого, знаете, как столкновение идет. Нет, ну как она определила мой характер, это я еще как-то могу понять. Это, наверное, сразу видно по человеку. Но откуда она знает про нашу машину, Игорь? Если мы ее еще даже из салона не забирали. Ну, Роль, ну про машину, по-моему, речь вообще не шла. Ай, ну как это не шло? Если она русским языком сказала, что в конце мая было сделано большое приобретение. О чем это, по-твоему, говорит? Да, о чем угодно. Люди постоянно что-то покупают. Катюш, ну что ты молчишь? Сереж, ну вот как она узнала, что у нас с тобой с детьми не получается? Ну, узнала и узнала. Мы же без детей пришли. Да? А то, что наш груз на таможне задержали, она узнала, потому что мы без подушек пришли, да? Катя, ну тебе, по-моему, бешбармак на уши вешают, а ты и рада. Нет. А, Михаил Иванович. Ну, что, папа? Ну что, каждый день люди в обмороки падают. Она четко вычислила, что в начале 6-го месяца была болезнь близкого человека. Тише. Да я и так тихо. Так, девочки, мне мой новый нумеролог велела срочно посоветоваться с авторитетным мужчиной. Иришка, можно я твоего мужа на 1 минуточку украду? Зачем же красть? Бери так. Своего пора заводить. Папа. Папа. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, папа. хотела-то? Да ничего не хотела. С братом поговорить. А. Мы же редко видимся. Ну да. Тебе что, совсем не интересно, как у сестры дела? Ну, почему не интересно? Как дела, Люсь? Ой, знаешь, неважно. Серьезно, что ли? Ну, да. Ну, долгая история, сейчас какой-то такой период, понимаешь? Не хочу грузить тебя подробностями. Не мог бы ты мне немного… Извини. Это по работе. Алло, да, Андрей Владимирович. Ну что, просит денег? Официального запроса еще не поступало, но предпосылки серьезные. Знаю я эти предпосылки. Игорюш, серьезно. Ты знаешь, сколько она уже у нас одалживала? Ты считал, нет? А я считала. Сказать сколько? По-моему, это непроверенная информация. Ну, понятно. Игорь, в конце концов, это наш общий бюджет, и я против. Нет, ну если, конечно, тебе наплевать на мое мнение, то решай сам. Не волнуйтесь, ситуация под моим личным контролем, я буду держать вас в курсе. До свидания. Ну-ну. Извини. О чем мы говорили? Ты, Игоречка, я хотела спросить, ты не займешь мне денег до зарплаты? Люсь, я бы с удовольствием. Мы на путевку потратились и возврата еще не оформляли. Ну и там поборы. Ты перебейся у кого-нибудь, а я тебе обязательно помогу. Потом. Да? Да. Ну, нет, так нет. Я перебьюсь. Люсь, ну, без обид. Да, конечно. Какие проблемы? Точно, Люсь? Да точно, точно. Тогда пойдем поздно уже. Да нет, Игоречек, я прогуляюсь. А, ну, спокойной ночи. Спокойной ночи, милая. Ирина Аркадьевна, вы бы зашли в дом, а то, знаете ли, комары. Ну, комары это ладно, Людмила Михайловна. Тут ночью паразиты и покрупнее водятся. Ну так тем более зайдите, а то не дай бог. Фух. Доброе утро. Доброе. А ты какими судьбами? Да это Серене вчера этот бешбармак понравился, я рецепт узнавала. Ну, приятного аппетита. Что? Я говорю, приятного аппетита. А, спасибо. Гриша? А тебя сюда каким ветром? Так я же сумочку забыла, а у меня там все документы. Документ? Да. Это серьезно? Да. Удачи. Удачи. Можно? Да. Серенький. Доброе утро. Здорово. Ты не занят? Не, заходи. Какая красота, а? Сережки, я на тебя смотрю, вот прям поражаюсь. Как у тебя вот это выходит? Миленькие деталечки, деталечка к деталечке. Это сколько надо терпения? Я бы, наверное, минут через 5 психанула. А ты молодец, Сереж. Денег нет. При чем тут? У меня и мыслях не было. Нет, я просто говорю, что ты молодец. Если бы меня комиссовали из летного училища, я бы на самолеты смотреть не могла. А ты вон, возишься с ними целыми днями, собираешь. Молодец, Сереж. Люсь, денег нет вообще. Ну, что ты заладил? Деньги, деньги. Деньги, деньги. Не, ну если ты сам об этом заговорил, я бы, конечно, от братской помощи не отказалась. Люсенчик, я бы с удовольствием. Но вот тут такая история. Я родной сестре полгода назад денег одолжил. Она не отдает. Забыл, наверное. Ну, ничего я не забыла. У меня просто период такой. Я заработаю, верну. Вот это договоримся так. Ты заработаешь, вернешь, а я тебе сразу одолжу. Понятно. Зажал, да? Родной сестре. Вшивые 500 баксов. Сколько? А сколько? Люсь, у тебя совесть есть? Я хватал, что печатаю. Ты иди у буржуев проси. Я просила. Игорь не дал. У них там ребенок, путевки. В общем, у всех у вас свои проблемы. Че, ни копейки не дал? Не, серенький, я понимаю. У вас семьи, свои дела. Это я мотаюсь, как пушинка на ветру. Ни работы нормальной, ни семьи. А так и живу одна, денешенька. А мне некого. Кофе некому сварить. Ничего, серенький, ничего, я справлюсь. Я сильная, я соберусь. А то, что братьям родным я давно как чужая, так я привыкла. На, 300. 300? 300, Люсь, 300. Больше не могу. Спасибо, Сереж. Спасибо, я верну. Серенький, ты настоящий брат. Я знала, что тебя можно положиться. Так, Люся, давай, иди в дом. Сквозняк, клей не возьмется. А, ты что? Да, у аппарата. Доложи обстановку. Дорогой, тарелка работает как часы. Да бог с ней своей тарелкой. Мои что, приходили уже? А, докладываю. Одна приходила, вторая тут еще. Очень прошу, пускай это останется между нами. Главное, это очень личное. Вот ты хитрый шайтан. Ну как ты просил? Мы все такое рассказали. Сейчас про ритуал будем говорить. Все, давай, не отвлекаю. А вот поэтому уже что-то понятно? Вот смотрите, Ира, когда я высчитала вас по квадрату Пифагора, цифры показывают, что в вашей семье происходит что-то неладное, какой-то негативный эмоциональный фон. Я не знаю, откуда он взялся и с чем он связан, но на самом деле, когда в мир выплескивается столько много разрушительной энергетики, это все бесследно не проходит. А потом она говорит, что все в нашей жизни, оно взаимосвязано. Ну, то есть вся вот эта наша отрицательная энергия, она обязательно возвращается к нам. Вообще, знаешь, это так похоже на правду. Действительно, мы же все время удивляемся, что с нами эта фигня происходит, а с другими нет. Да? Сереж, ты меня слушаешь? Ага. В какой форме это может вернуться, я не знаю. Но чаще всего это бьет по нашим близким. И в первую очередь страдают самые слабые. Либо это пожилые люди, либо это наши детки. Когда я высчитывала по цифрам вас с Дашей, с вашей дочкой, почему-то обнаружила какую-то сложность во взаимоотношениях. Это правда? Ну, у нее сейчас возраст такой. Конечно, я понимаю. Когда у нас проблемы с детьми возникают, легче всего все это списать на возраст. Ведь это же проще, чем разобраться самой в себе. Ты знаешь, она говорит, что надо просто успокоиться. Надо взять себя в руки и каждый день генерировать в себе положительные эмоции, улыбки, хорошее настроение. И вот тогда весь этот негатив, он уйдет. Катюнь, ты там случайно на них нашу квартиру не приписала? Да в том-то и дело, Серёж, что все бесплатно. А поэтому может быть правдой. Не зря же говорят, что все болезни от нервов. Но когда фон восстановится, да и карма очистится, то семейные отношения наладятся. И здоровье улучшится тоже. Но, к сожалению, Ириш, все это делается не за один день. Здесь могут потребоваться месяцы. Доча, какие месяцы? Можно побыстрее? Ты лучше про ритуал скажи. Пап, ну какой ритуал? Доча, не спорь с отцом. Ну, пап. Ой, сильный. Вот смотри, бұрынғы кезде біздің ата-бабаларымыз былай істеген. Қойдың терісін сойғанда дұшпандарды жазып, оны өртеп суға ағызған. Вот, понимаешь? В общем, папа говорит, что древние племена верили в то, что надо взять и написать поступки всех своих врагов на овечьей шкуре. Во! Сжечь и пустить пепел по воде. А у тебя есть овечья шкура? Ну, была где-то дубленка старая. Ой, зачем портить хорошую вещь? И бумага тоже сойдет. Сойдет же, да? Вот, а потом она говорит, что нужно... где же она? Произнести заклинание на казахском. Жаман Кецин, Жаксылык, Келсин. Жаман. И что, это сработает? Не знаю, Ириш. Я лично на себе это не проверяла, но если люди столько лет в это верят, то бог его знает. А что ты на меня так смотришь? Ну правда, Серёнь, а вдруг у нас с ребенком что-то получится? Здесь главное в это верить. О! Куда это вы на ночь глядя? Так мы это... за клубничкой. Ха. А что ж темноте-то? Или вы к этому буржуя на огород? Тогда я вам еще пару ведер дам. У нее там уже малина поспела. Да не, бать, ну какая малина? Нам горсточку клубнички, Катюньки, на масочку. О, на масочку? Врачи рекомендуют. Перед сном. А, ну да, святое дело. Вперед тогда. А. До свидания. А. С высшим образованием, а занимаешься какой-то ерундой. Ну, может, ты и прав. Может, действительно со стороны это смешно выглядит. Ну, а вдруг? Может, правда, у нас с Дашкой все наладится. И Михаил Иванович быстрее поправится. А что, тебе так трудно для меня это сделать? Да мне не трудно. Ну и все. Просто это попахивает каким-то сектантством. Ну, хватит уже бубнить, Воропаев. Что за бред, что за бред. Как сам перед рейсом, так присядем на дорожку. Кошки у тебя черные. Запаску не трогать. Это не бред? Катя, это все проверенные приметы. Ну, да. А это детский сад. Ой, кто бы говорил про детский сад. А кто самолетики по всему дому развесил? Так, ладно, давай. Что там надо? Нам еще клубнику собирать. Не нам, а вам. На масочке. Ага. Ну, слушай, ну чего ты нудишь? Ну, правда. Если не сработает, хорошо. Все, будем жить как раньше. А если сработает? А потом, когда мы последний раз так ночью на катамаранчике, представь, что у нас такое романтическое свидание. Слушай, ты спички взял? Как думаешь, раковина за сосуд сойдет? Вполне. Будет считаться, что мы по воде это пустили. Ну, канализация, она же в реку выходит. Наверное. А, хорошо, хорошо. Так. Обида. Ты там все написала? Да, вроде все. Про тот Новый год написала? Да. Хорошо, про донора. Про донора написала уже. Про Кирющенко. Первым номером про Кирющенко. А про... Про сама написала. Я написала все, поверь мне. Ну, мать у тебя и память. Ну, у тебя, Игорь, и родственнички. Если ты внимательно читал этот документ, то должен был заметить, что я записала только самые важные обиды, к ночам вообще не стала придираться. Ой, прости, стоп. Господи, нужно учиться себя контролировать. Весь негатив. Давай, поджигай. Чтобы все бумажки там... Так, оба. Хорошо. Горит? Хорошо горит. Ира, может, хватит, а? Игорь, должно до конца догореть. Да сейчас все сгорит, и дома, и соседи тоже. Ты можешь успокоиться или нет? Жаман, как сын, Жак Сылык, Келси. Развеивай. Давай, 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 давай. Пожалуйста. Держи. Ну что там? И что, и все, что ли? Катюня, а что ты ждала? Спецэффектов? Ну, я не знаю, ну хотя бы знак какой-то должен же быть. Знак? Круги по воде. Не, ну знак должен, да. Туда! Сережа, ты с ума сошел? Что с этим делать? Куда его? Куда, куда? Вон таз. Люся, в чем дело? Вы же комната своя есть. Сколько можно ванну занимать? Я моюсь. А Ира мне спинку зашла потереть. Что ты несешь? А что мне было сказать? Галючик, скажи ей, что хватит. Это уже дымом пахнет. Все, все. Уже выходит. Мы моемся. Да, ну, как бы это так помягче сказать. Вы самая экстравагантная пара в мире. Угу. А, нет, не самая. Па, а? Не переигрывай. Или каркай под руку. Доброе утро. Доброе. Па, ну правда. Сейчас давление скаканет, и все усилия на смарку. А! Люся! Да, папочка? Ну-ка, полей мне! Бегу, папочка! А? О. О. А, хорошо. Вкусничка. Доброе утро всем! Привет, пап. Доброе утро. Доброе утро. Бач, ты как? Нормально? А что? Вчера пластом лежала, сегодня норму ГТО сдаешь. Да, сегодня с утра как будто прилив сил какой-то. Как нашептала. И аппетит зверский. Че у вас тут? Яишенка. Давай. А то я что-то тут с вами совсем расслабился. Пару дней зарядку не сделал, вот тебе результат. Приступ. Дай сметанки. Надо к тебе Дашку прислать, чтобы ты ее подтянул. То она вечно ноет про свои лишние килограммы. Желайте, подтянем. Кстати, про Дашку. У нее через пару дней выпускной, и мы подумали, что это все-таки важное событие и для нее, и для нас. И мы с Игорем решили, что было бы хорошо, если бы мы все вместе встретились у нее на выпускном. Да, Игорюш? Да. Потом по-семейному отметим. Ну, в общем... Мы всех приглашаем. Да. Вот так прям всех приглашаете, да? А что такого? Нет, я не против. Просто думаю, в актовом зале может быть тесновато, если мы вот так всей толпой привалим. Ну, ничего, поместимся. А потом вот так вот прям все и к вам? Ну да. Дом у нас большой. Да, дом у вас большой. Кстати, там можно было играть торжественную часть. Ну, чтобы... Гостям было попросторней. Люся? Да, папочка. Чайку подлей. Хорошо, папочка. Ну так как? Придете вы Серег, ну, в принципе, Катюнь, ты как? Ну, что я? Как? Ты-то сам как думаешь? Ну, я думаю, что… Да? Да, конечно. Да? Что ты спрашиваешь? Даша, она же для нас как родная. И раз спасибо за приглашение, мы обязательно придем. В конце концов, мы одна семья. Вот. Ну, да. Звучит как тост. Игорёня, наливай. Люсь, мы не будем, нам еще дорогу. Ну, причина вождения. Серёнь, а ты? Да не, мы тоже не будем. Так, я поняла. Отъезжающим не наливать. А вот мы с папочкой выпьем. Да, папочка? Чайку. Ну да, мы же спортсмены. Мы же не пьем. Алло. Ну что ты там раздыхался, как пенсионер? Принимай клубнику. Помогай. Ну что, давайте прощаться, а то у нас маршрутка скоро. Какая маршрутка? Вы что, разве не вместе? Правда, Серега, зачем вам час трястись в маршрутке? У нас машина пустая. Вот именно. Ну, мы как-то… Да мы подумали так, для разнообразия. Катюша, вы думаешь тоже. Грузитесь, Игорь. Давайте вещи. Да? Ну все, до свидания. Пока, не болейте, Николай Иванович. Не гони. Пока, Люсь. До свидания, Люсенька. Ну, пап, держись. Пока. Дашка, привет. Катюша. Ну, Люсь, рад был тебя повидать. Сколько? 500, больше не могу. Таранжира. Игорёш, ну ты скоро? Постригись. Хорошо. Ну что так долго? Поехали. Не гоните. Игорюш, включи кондиционер. Не-не-не, еще. Спасибо. А, музыка не громко, нет? Не-не, нормально, нормально. Нормально. Все? Угу. А, кстати, по поводу выпускного. Мы тут хотели Дашке какой-то подарок сделать. Но все-таки у ребенка такое событие. Да, Серёнь? Да, конечно, Катюня. Игорюк, а что подарить племяшке? Ну, я даже не знаю. Ну, давайте мы вам деньги подарим. Ну да, Даша же лучше знает, что ей нужно. Сама выберет. Видишь? Кстати, да, может быть, хорошая идея. Ну и отлично. Да. Катюня, какая ты у меня молодец. Я вот тогда завтра заеду и подвезу. Зачем завтра? Сейчас и подарим. Так, где тут наш кошелек? А где деньги? Какие деньги? Ну, тут было 300 долларов. Ну, если лежал, так возьми. Причем здесь я? Так, а... Ничего не понимаю. Я помню точно, они лежали. Я вчера утром собиралась к Азаматычу. Я помню, они были здесь. Потом в магазин я брала деньги. Подожди, я потом... Что я потом? Возвращалась домой, вы стояли на балконе с Люсей, любезничали. Люся, ты давай в дом, давай в дом. Сквозняк, клей не возьмется. Подожди. Ты что, Люське деньги дал? Чё сразу дал? Воропаев, а ну в глаза мне посмотри. Ну дал и чё? Ничего нового. Мы же с тобой об этом уже говорили столько раз. Говорили, не говорили. А что, не могу дать сестре? Каких-то 300 вшивых долларов, что ли? Да, каких-то общих вшивых 300 долларов. А что мне надо было делать? Родной человек, такая ситуация. Игорек же зажал. Игорек не зажал. Людмила не обращалась просто? Ага, не обращалась. Игорянечка, привет. Слушай, ну эти 500 долларов, просто ты меня спас. Правда. Я уж при твоей каланче не стала об этом рассказывать, но спасибо огромное. В общем, целую. Спасибо, спасибо большое. Спасибо тебе, Люся. Ириш, может, лучше дома поговорим? Поговорим, не сомневайся. Угу. Ну вот видишь, Катюнь, мне от тебя дома попадет на 300, а Игорьку на все 500. А тебе от этого смешно, да? Тебе смешно? Смешно, не смешно, а потешно, знаешь. Слушай, ты потешник. Если там кому-то деньги некуда девать, пускай разбазаривают направо и налево. Что? А я свои не рисую. Катя, ну? А давай мы как-нибудь сами разберемся со своими деньгами. Ладно? Ладно. Только ты на дорогу смотри и не отвлекайся, ладно? Ладно. Кондиционер выключи. И музыку тоже. Ну что, Азаматыч, вроде все получилось. А, уехали все вместе на одной машине. Ох, Иванович, ох, хитрый ты, шайтан. Какой план придумал? И тарелку мне повесил, и детей помирил. Все успеваешь. Ты, как я не знаю, как Назарбаев. А то. Так что будут проблемы, обращайся. Проблема? Вот моя проблема длинноногая. Что, думаешь, приехала? Чего? Елена Ивановна, вот чего. Ух ты! Поздравляю. Да, поздравляю. За благословением приехала. Значит, когда беременела, она моего благословения не спрашивала. А ты теперь понимаешь? Да ладно, Азаматыч, не бухти. Сами разберутся. Главное, чтобы все были здоровы и жили дружно. Это точно. У меня наливка дошла. За тобой на днях. Ладно, при случае, давай. Ты меня понял? Значит так, Сережа, можно я тебя попрошу об одном одолжении? Хотя бы до города не слышит твой бархатный баритон. Ой, да кто тебя трогает? Тебе дороже. Господи, сколько можно уже это хамство слушать? За что мне это все? Действительно, простите, что потревожили ваши нежные ушки. Мы к вам не навязывались, мы можем выйти. Хм. Угу. Сказано, сделано. Кать, да не расстраивайся. Вещи да, ну... забери. Забрал. И клубнику. Не смеем задерживать. Счастливо оставаться. Катюнь. Серёнь. Ну, чё ты? А ты чё? Я ничего. Ну, все. Только делать что буду? А давай так. Я пойду подумаю, а ты перемещай и думай.